Да, у нас пока нет такой возможности. Так, прием. Накрашу губы и начнем. Хорошо, давай. Крась. Конечно. Почему ты отдельно никогда им привет не передаешь? Да, мы всем передаем. Привет. А отдельно женщина. А сегодня 8 марта? Нет, но я представитель женской половины. Женщина, создав самый главный праздник, убили остальные 365 или 4 дня. Паш, ничего не убивали. Да нет, я шучу, конечно. Ты же знаешь, как появился? Знаю, не хочу вдаваться в эту историю, она грустная. Кстати, большинство праздников так появились. Серьезно? Да. Правильно мы с тобой делаем, что мы их не включаем особенно? Даже день диджея же, вообще на другой теме совсем основан, который мы неделю назад праздновали. Мы, по идее, должны гонорары отдавать все, которые заработали. Сейчас, если ты заставишь тебя отвечать или что-то говорить, вы запалитесь. А мы нет, мы нет. То есть ты можешь говорить, а ему нет, молчать. Все только в эфире. Вот-вот. Ну что, привет, пацаны и девочки. Давайте с вами, наверное, пообщаемся. Ну, как все слышно, видно. Все ли хорошо воспринимается? Сразу заранее скажу тем из вас, кто смотрит через другие ресурсы, через Rutube или VK, пожалуйста, переходите на YouTube, чтобы у нас была одна большая тусовка там, потому что пока все хорошо работает. Конечно, мы все пропитаны новостями, что вдруг что-то закончится. Напоминаю еще раз, в очередной раз, в тысячный раз, как это делают абсолютно все сейчас, что есть такие три волшебные буквы VPN. Обязательно устанавливайте, потому что, возможно, он вам обязательно пригодится. Так, Лена. Просто звук выключи и все. Вот. Пластиночка с облачками Old Day Dream крутится. Да, кто-то даже в курсе логотипов. Лейблов. Очень классная тема эфира. Привет, все ок. Да, вы пишите, насколько это вменяемо, невменяемо. Так вот, те, кто смотрит меня сейчас через контакт, пишут, кстати, привет женщине и прочее, прочее, прочее. Есть даже один юморист, Радио Гага. Ну, конечно, ты пошутил, но как бы мимо. Так что тренируйся в стендапе, ВКонтакте. Я, ну, у нас теперь еще эфиры там идут. Ребят, всем привет. Полноценные. Паша, как всегда, говорит без пауз. Давай, все, тебе даю слово. Спасибо. Говори, пожалуйста. Спасибо. Ребята, всем привет. Всем привет. Рада, что вы в эфире, что вы с нами. Вижу, как вы добавляетесь. Раньше мы всех активно приглашали через Инстаграм. Сейчас интересно, кто из вас продолжает смотреть Инстаграм? И кто перешел к нашу группу в ВК, мы обязательно проведем этот опрос. Нам надо понимать, где вас теперь искать, собирать, где вас поздравлять с праздниками и делать наши анонсы. Так, ну давайте собираемся. У нас сегодня классный гость. Да, кстати, давайте скажу про тему эфира. Тема эфира: как попасть на радио, как работать на радио, для чего нужно диджею радио.
Потому что, как написано в анонсе, который, я надеюсь, вы читали, что большое количество интересных людей, которым мы поклонялись в детстве, когда хотели стать диджеями, а вы сейчас поклоняетесь, потому что они до сих пор те самые артисты, на которых стоит равняться, так как их карьеры идут еще из знаменитых клубов студии 54, Paradise Garage и масса других. Также у нас есть наши победы, такие как Титаник и прочие, или, например, Тоннель. В любом случае, есть люди, которые когда-то начали такую штуку, как диджеинг, и радиостанция дала им возможность заявить о себе. Как туда попадать, что там делать, что такое подкасты, что такое радиошоу, чем это друг от друга отличается. Вот обо всем об этом мы сегодня будем говорить с нашим гостем, который прожил жизнь на радио, и я его очень хорошо понимаю, потому что в моей жизни радиостанция в прямых эфирах существовала около 5 лет. Это дважды в неделю. Короче, в общем, это было и радио «Юность», и просто радио. И в любом случае, гость сегодняшнего эфира, он очень крутой в этой теме, и он расскажет свою историю, и вы сможете задавать вопросы. Заранее напомню, что бы ни происходило сейчас на планете, потому что на планете происходит всю жизнь постоянно что-то, как хорошее, так и не очень, мы не политический канал, мы канал про музыку, это островок для людей, которые хотят уйти от бешеной как бы пропаганды и количества всего, что они получают в сети, забывая, что есть просто жизнь, в которой надо встречаться, общаться и продолжать заниматься творчеством, искусством, то, что делает нас людьми, то, что нас отличает от животных, и мы против какой-либо розни и прочих вещей, которые мешают людям просто дружить. Поэтому давайте, дорогие мои пацаны и девочки, уходим от политики, и если вы будете писать здесь в чате о чем-то вот таком вот, призывая что-то к чему-то, то мы будем вас просто блокировать. К сожалению, это так. К сожалению, мы хотим, чтобы, ну, для вас, к сожалению, те, кто пытается что-то там обязательно донести через большое количество соцсетей, мы про живое и человеческое и настоящее, а не про то, что делает нас злыми и агрессивными. Так что давайте без этого. Так вот. Мы с Пашей витамины. Полезные витамины. Их сложно куда-то, на какую-то сторону перетянуть. Они просто полезны для всех людей. Пейте витамины, сейчас весна, солнца не хватает, позитива тоже. Поэтому воспринимайте нас именно так. Так, а теперь давайте мы... Да, Рутюб не работает, я знаю. Я сейчас не буду с этим разбираться, потому что с Рутюбом вообще все неоднозначно. Мы только-только начинаем в это все въезжать. В прошлом эфире у нас все работало. Сейчас я не хочу заниматься там ключами, ссылками и всем этим. Я настраивал до эфира, тестил, все было ок. Сейчас не ок. Ну и как бы у нас такое время, когда ок и не ок где-то рядом постоянно, как... клетки на шахматной доске меняют друг друга. Поэтому, друзья, у нас отлично работает в данный момент YouTube и VK. Давайте наслаждаться. А тем, кто смотрит через VK, переходите все-таки на YouTube. Большой дружный чат вас прибывает с каждой минутой. Это радостно. Давайте сейчас по традиции вы напишите, кто из какого города. Лена зачитает. И сколько кому лет. Да, и сколько кому лет, чтобы мы понимали, насколько может быть взрослым этот эфир. А то, может быть, нам придется одеть красные носы и веселить вас, если вдруг вам еще нет 14. А вообще, ты думаешь, что если нет 14, он честно об этом напишет? Конечно, нет. Конечно, нет. Но, друзья, вы часто спрашиваете, что может быть в клубах и где играть диджеем, которым по 14 лет. Ищите заведения, где продают квас и печеньки вместо алкоголя и прочих вещей. Поэтому клубная культура или вообще с точки зрения... осязание ее как, ну, ваше хобби может быть для любого возраста, но всему свое время, поэтому... Ну что же, понеслась. Москва 45, набережные Челны 24, Омск 41, Ноябрьск 39, Алматы, Эстония 35, Рязань 39, Бишкек 43, Москва 300, Александр, ну, 30, наверное. Почему? Может быть и 300. Да ладно, я его знаю. Тут сразу шутка напрашивается. Ее, если прочитать всю целиком, то будет очень обидно человеку. Ну, про тракториста есть такая штука. Ладно, давайте дальше. Ярославль на связи 35. Кривой Рог 30 лет, Москва 41, Екатеринбург 36, Москва 37, Казань 31, Брянск, Москва,
Бункер 33, Беларусь 32, Кемерово, Сибирь, Испания 40 и 12. Вот. Это вот тот самый момент, когда ты говорила, что жены смотрят вместе с диджеями наш канал. Да. Так. Кстати, я хочу передать привет всем девочкам, которые смотрят наш канал. Даже если вы не диджеи, всем женам, женщинам, подругам наших диджеев, подписчиков и учеников нашей школы. Большое вам спасибо, девочки, что вы разрешаете своим мужчинам заниматься этим классным делом. Так, Москва 41, Екатеринбург 29, Ижевск 29, Москва 33, Минск 32, Анна просто 27, Very Old, Подмосковье 42. Сергей Коростелев, кстати, в прошлом эфире Сергей Коростелев, я теперь правильно произношу твою фамилию, надеюсь, приезжал к нам, играл на эфире, всем очень понравилось, как он играл. Сегодня он будет нас смотреть в прямом эфире. Большой тебе привет. Мир 34, Урал, Башкирия, прошу прощения, Таганрог 33, Калининград 28. В общем, вы пишете, вас, как всегда, много, что очень-очень приятно. И средний возраст у нас, ну, скажем, 30 лет, 35. 35, да. Да, 35. Ульянов на связи, Казань 33, всем добрый вечер, всем привет. Привет, пацаны и девочки, Ярославль 21. Ну что, это мы размялись, а теперь давайте погадаем, кто же у нас сегодня будет в гостях. Так скажем, начнем. Да, я скажу так, заранее. Смотрите, значит, человек однозначно имеет отношение к диджеингу, он имеет отношение к клубной культуре. И, кстати, не всегда человек, который имеет отношение к диджеингу, имеет отношение к клубной культуре, потому что может просто играть для себя и любимой собаки на балконе или на кухне. А также, этот человек занимается радио много лет, очень много лет. Его радиошоу одно из лучших, на мой взгляд, в нашей стране или русскоговорящем комьюнити, скажем так, потому что оно особенное, оно не просто шаблонное, оно интересное, с какими-то различными твистами, это куча полезной информации, это музыка, это всегда очень классно и красочно. Ну, скажем так, это яркое пятно в мире радиоэфиров, потому что там не кричат, там нет какой-то жести, там нету слишком релакса, там все идеально в гармонии. Каждый из вас сейчас может написать, кто же у нас сегодня в эфире будет в гостях. Уже есть варианты, Слава Шелест, Фонарь пишут. Ну, Фонарь у нас, Женя, был в том месяце. Паша, на самом деле, уже очень много вам подсказал. Да. Александр Нуждин. Компас Врубель, Профит. Ну, Виктор Строганов. Между прочим, когда под одним из стримов вот так, так же с рубрикой еще варианты. Бабина, Самир Кулеев. Так, ну давайте, не стесняйтесь, пишите. Фил. Окей. Когда мы проводили опрос и просили написать под такой же рубрикой, кого бы нам еще привести, вы этого Космонавт. Гостя писали. Вам подсказка. Демиксер. Так, повторяется Фил, Самир Кулеев. Так, еще варианты. Смотрите, даю еще подсказки, пока вы пишете. Вас тут много. Значит, с этим человеком я знаком более 10 лет. Этот человек приезжал в мои клубы, в которых я был арт-директором, который строил неоднократно, в том числе и в клуб «Опиум». Так что если сейчас тут Артем Дарк или те, кто с нами когда-то строили эту площадку, партнеры и коллеги, то, наверное, тоже можете понять, о ком речь, потому что это очень жирная подсказка. Что еще? С этим человеком, давайте уже плотнее. С этим человеком вы могли видеть меня не раз в лайнапе за последние несколько лет, там 2-3 года, на вечеринках Москвы, в клубах, давайте еще уже, в клубах Газгольдер, в клубе Мутабор. Прилетела версия Слава Финис. Там, кстати, было 30 человек в лайнапе, и как бы, гадайте. А если один из них я, так Ваносиков, Диджей Грув, Лист. Харрисон. Ну, Харрисон пишется через Г и через буковку 1 еще. Циферку точнее. Андрей Голубев, Миша Слесь. Пишет Алекс М. Это Миша Слесь, это один из тех людей, который работал на радио, просто, ну, на просто радио, тоже вел программу, которую когда-то я начинал. В общем, Образцов. Они просто пошли по твоим вот этим, вот, наверное, афишам. Долго думать решили не будем. Да.
Ну что, давай уже не будем томить и представим нашего гостя. Ведь были ребята, которые отгадали. Вы, кстати, да, пару человек угадали. Ну, да. Сейчас мы его позовем. Как снегу. Все, можно идти? Да, да, да. По голосу кто-то узнал. Всем привет. Паша. Все. Привет. Значит, вот, дружище, крутой человек, который занимается просветлением людей, умов. Спасибо, спасибо. Да, очень, я скажу сразу, до конца представлю, очень интеллигентный с точки зрения клубной культуры человек. Наверное, самый театральный, но мы это тоже эту тему коснемся, ты имеешь отношение же к театру. С удовольствием, да. Да, то есть, в общем, начитанный, насмотренный, наигранный, наслушанный, короче, в общем, все, что вот с этим связано, он очень хорошо знает, потому что практикует, может, или как кто-то из вас пишет, могет. И, кстати, кто-то спросил, почему у нас баллон воздуха стоит, на котором написано «воздух». Ну, потому что кто-то пишет у нас периодически, что на нашем канале вода и воздух, но без чего жить в мире невозможно. Невозможно, да. И поэтому пусть будет больше воздуха на этом канале и в жизни людей, хорошего, чистого, который рождает креатив. Прекрасно. Умозаключение. Добро пожаловать к нам на эфир. Благодарю. Наконец-то. Всем здравствуйте. Да. Мы на самом деле с тобой уже не раз об этом говорили. Кстати, вот миру мир на добрые дела. Нам прислали донат. Так, дальше мы сделаем чуть потише. Да, тут что-то это у нас слишком сильно. Так, вот Давид пишет, о, класс, как раз про Самира писал, да. Когда опрос был, кого прислать, ура. Давид, сегодня твой день. Да, Давид угадал. Спасибо. Да, у нас каждый месяц, раз в месяц случается такая штука, вот секретный гость, в этот раз ты. Мы задаем какой-то один очень важный вопрос. Начинали мы с того, как открыть лейбл, потом у нас была история, как продлить и не убить свою карьеру. И вот в этот раз ты у нас с темой эфира, как попасть на радио, потому что ты занимаешься радиостанцией 15 лет, своим шоу, возможно, да. Еще дольше. Да. Давай сначала, как началось у тебя? Как ты попал на первое радио, первый раз в эфир? Там вообще что это было и как? Вообще на радио я попал в середине 90-х впервые. Это был, ну, наверное, вторая половина 90-х. Это был 97-й год. Я безмерно был влюблен в кино, в музыку, вот в этот симбиоз, который меня всегда вдохновлял. Невероятно меня как-то... Картинка, которая звучит. Картинка, которая звучит, и плюс ко всему у меня было хобби. Я собирал саундтреки из кино, и, пожалуй, это обстоятельство стало своего рода прологом ко всей той деятельности, которой я занимаюсь сейчас. И на определенном этапе я стал какие-то... Тогда еще не было интернета, тогда еще не было каких-то подручных средств, поэтому мне приходилось выискивать информацию из каких-то обрывков журналов и так далее. И мне очень хотелось об этом еще и рассказывать, потому что было большое количество разного рода кинокартин, которые я смотрел, и музыку, из коих я коллекционировал. И так случилось, что тогда я жил в городе Краснодаре, куда мы переехали с мамой после того, как я прожил некоторое время в Баку. Но там началась примерно та же ситуация, которая сейчас творится на Украине. И мы, потеряв все имущество, эмигрировали в Краснодар, вот как раз вследствие войны. И там я, поступив в институт, это был первый лицензионный курс, набранный по лицензии РАТИ, Российской академии театральных искусств, или ГИТИСа. Учась на актера, я, значит, пришел на радиостанцию, которая называлась «Радио 107», по-моему. Я уже сейчас не помню точно. Я сказал, что мне бы очень хотелось рассказывать вам о кино. Электронная радиостанция была? Или... Это была радиостанция, где играла сборная «Солянка». Но 97-96 год, тогда электронная музыка даже в Краснодаре только набирала обороты. Благодаря, кстати, в немалой степени дискотеке «Квадро», которая была открыта в самом центре. И это был такой оазис абсолютно непонятной ни для кого музыки, но вокруг вот этого звучания стала консолидироваться молодежь, стало собираться племя, которое было влюблено в музыку. Я тоже пользуюсь служебным положением на правах студента. Ходил, значит, в правком, выпрашивал у них плюсики. Там можно было, учась в нашем институте, попасть на «Квадро». Я стал туда ходить со среды по воскресенье, по-моему, работала дискотека.
И вот по средам, это был первый день, когда я туда просто отправлялся как в паломничество, возвращался, принимал душ, спал, вставал, пропускал лекции, особенно там какие-то абсолютно ненужные мне науки типа политологии, экономики, и ходил как раз на квадро, слушал музыку. Попутно я собирал саундтреки, читал разного рода книжки, и мне вот хотелось об этом рассказывать. Наверное, кстати, на танцполе «Квадро» зародилась такой проект, опять же, который потом как-то несколько эволюционировал и превратился в «Чувство ритма». Но первые мои радийные опыты — это была как раз программа о кино. Вот я пришел на эту радиостанцию, это был 97-й год. Я сказал, говорю, я хочу у вас вести программу. Они говорят, ну, а что ты можешь нам за это еще дать? То есть была такая ситуация, что у программы не было партнера, поэтому мне сказали, ну ты можешь выходить в прямой эфир. Я писал себе какие-то огромные талмуды текста. Мне казалось, что обязательно нужно сказать все. Это как ты только начинаешь писать электронную музыку, ты делаешь первый трек, делаешь первую сессию, и ты сразу начинаешь туда засовывать там первый 10, трек. 10 треков в одном. 10 треков в одном. Вот то же самое был мой первый эфир на радио. Мне хотелось рассказать обо всем и сразу. Поэтому мое очарование, вернее, как сказать, мое желание очаровать слушателя испугало всех. Но потом как-то эта программа, просуществовав несколько месяцев, даже возымела какие-то рейтинги. Партнеров, спонсоров мы не нашли. И я, значит, решил все-таки, что я сосредоточусь на учебе, на клубной музыке, а радио подождет. И вот оно ждало меня, чтобы не соврать, наверное, 10 лет. И потом уже впервые я запустил как раз уже «Чувство ритма» в 2007 году на Мегаполис FM в Москве. Круто. Я не знаю, ответил я твой вопрос? Да, на твой да, вопрос да, да, вообще, да, вообще отлично. То есть это мы к «Чувству ритма» пришли. Смотрите, друзья, да, не забывайте, что нам можно задавать вопросы, то есть вы в чате можете писать. Допустим, сейчас бы я, будучи начинающим, который ищет какой-то путь, уже задал вопросы из разряда «А что такое прийти на радио? А как это? А куда стучаться? Какие двери? Где вообще сидят эти волшебные люди, которые позволяют тебе запустить твой эфир?» Потому что это интересно. Ну, по крайней мере, возможно, кто-то из вас сейчас делает радиостанцию. И давайте так, напишите, кто имеет сейчас свое радиошоу. Ну, в интернет-виде или в подкастах даже. Выгружаете его в какой-то там, допустим, не знаю, накопитель в виде VK, допустим, каждую неделю кто-то делает. Там есть такие ребята, которые это прекрасно создают что-то, да. Так, а само название «Чувство ритма»? Оно как родилось вообще и вот откуда пошло? Ну, вообще я человек чувственный. Мне всегда нравилась, так скажем, высокая литература, высокое искусство, книги, живопись. И мне хотелось создать что-то такое, что, наверное, отражало бы не только мою любовь к танцевальной музыке, но и вообще некий вот синтез, симбиоз искусств, потому что каждый выпуск начинается с поэзии, а как мы знаем, что поэзия — это чувственная вещь. И вот этот, наверное, некий невероятный энергетический поток, который в каждой передаче я стараюсь, так скажем, обдавать им своих слушателей, конечно, он требовал какого-то лаконичного названия. Вначале у программы был соавтор, это диджей Кука, может быть, кто-то его знает, и мы с ним вместе креативили на тему того, как должна называться передача. Мы сидели, по-моему, в клубе «Пропаганда», ужинали, и вдруг в один момент, значит, это название на меня снизошло. А Кука придумал, кстати, основу для первоначальной заставки, где бьется сердце. И, а я помню, кстати, эту заставку. Да, 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 да. И в общем, как-то так. Поэтому, наверное, это было своего рода, может быть, прозвучит высокопарно, божественное вмешательство. То есть был послан запрос во Вселенную, что хочется отразить вот тот мир человеческих чувств, который живет во мне, и ту концепцию, которую я бы хотел воплотить в лаконичном, кратком названии. И вот было отображено и моя любовь к ритмам, и та чувственность, которая проступает во всем том, что я делаю. А на Мегаполисе сразу приняли проект? Потому что нет. Не сразу. Сколько нет. Понадобилось? Ну, вообще, как вкратце, как это произошло? Это произошло таким образом, что я пришел устраиваться на Мегаполис. Мне сказали, что я не подхожу по формату. Я пошел на Radio Next.
Была такая радиостанция, которая культивировала хип-хоп. Я вообще, в принципе, меломан, я люблю любую музыку. От классики до рок-н-ролла, от брейкбита до хип-хопа. И так получилось, что я попал вместе с ребятами. В частности, был один из участников группы «Градусы», диджей. Он, значит, мы с ним познакомились. Я раньше работал ведущим мероприятий различных, а он играл на одном из привилегированных, так скажем, банкетов. Мы с ним сошлись: «Вода и камень, стихи и проза, лед и пламень», или как там писал Александр Сергеевич. И как-то стали общаться. И он мне позвонил, говорит: «Чувак, типа, как твои дела?» Я говорю: «Вот, хотел устроиться на радио, не получилось». Он говорит: «Ну, давай пойдем, у меня друг ведет программу на Radio Next. И мы с тобой просто поблагурим в эфире, я тебя представлю, может быть, ты понравишься руководству». И так получилось, что руководство как-то срезонировало на это дело и сказали: «Ну, вот этот гостевой эфир, который по счастливой случайности как-то вот состоялся именно в то время, когда состоялся». И они говорят: «Приходи, у нас там, по-моему, еще радио «Попса» было рядом через стекло, ну, один холдинг». Они говорят: «На Radio Next у нас сейчас нет возможности тебя взять, но можно попробовать записать демо для радио «Попса», ты просто там придумай какой-то эфир». Я подтянул своего близкого друга и соратника Пашу Дикона, который невероятно талантливый ведущий. Мы с ним, значит, стали балагурить. Это был 2007 год. И я писал в разного рода скетчи в стиле Comedy Club, в стиле каких-то миниатюр. Какой-то корреспондент передает какие-то новости с каких-то там полей, а второй ведущий в студии, и они это все обстебывают. И так получилось, что когда мы с Пашей записывали это демо для радио «Попса», так скажем, погрузив, бросив всех себя просто на желание работать, вне зависимости от концепции радиостанции, в этот момент за стеклом оказался продюсер Андрей Баскаков. Я не знаю, знают его сейчас или нет, но раньше он непосредственно являлся автором таких проектов, как «Певица-малолетка», которая потом стала «Акулой», «Кислотный диджей». Вот он как раз, у него был какой-то контракт с несколькими радиостанциями, в том числе с «Радио Попса», «Радио Next» и «Радио Мегаполис». И так получилось, что в данном случае кармические бумеранги никто не отменял. Он, услышав то, что мы там творили за стеклом, у него началась истерика, он вбежал в студию, говорит: «Что вы, кто вы, что вы за самородки? У меня сейчас висит слот 2 часа радиошоу, утреннее шоу на Мегаполисе. Давайте вы туда». Я говорю: «Мне только что отказали там в работе». Он говорит: «Ничего страшного, я тебя беру, потому что мне нравится то, что вы делаете. Надо, чтобы это было вот так». И получается, в конце февраля, в начале марта 2007 года мы с Пашей стартанули и начали делать программу на радио «Мегаполис». Это было утреннее шоу. Сверхзадача Коева было разбудить народ, было всячески зарядить. Мы стали, пользуясь своими какими-то знакомствами и связями, приглашать звезд каких-то более или менее известных публике, делать какие-то интервьюшки, делать какие-то скетчи, смешные репортажи. Все это перебивалось с музыкой, актуальной для нас прежде всего, потому что это был «Мегаполис» с его утренним плейлистом. И вот как-то так. И вот за 3 месяца существования этого радиошоу, этого утреннего шоу, я окончательно сформировал для себя концепт «Чувство ритма» и принес руководству, сказал: «Ребят, давайте запускать. Вот есть рейтинговые показатели непосредственно утреннего шоу, которое мы ведем. Я думаю, что все получится». Круто. Ну, получилось, да. Так, Лена у нас сейчас почитает комменты, а мы пока... Конечно. Да, у нас уже прилетели первые вопросы. Так, прекрасно, супер. Спасибо. Да, во-первых, передают большой привет. Во-первых, все очень рады. Спасибо, я тоже очень рад, ребята. Да. Во-вторых, передают большой привет. Вот на Артем Дарк, Самиру огромный привет. Артем, привет, привет, братец. Да. А значит, какие вопросы? Самир, а ты только на Мегаполисе работаешь? Не совсем понял. То есть, веду ли я шоу только на Мегаполисе? Ну, не знаю, вот Евгений Сорокин написал такой вопрос: «Самир, да, а ты только на Мегаполисе работаешь?» Ну, начнем с того, что у радио есть неписанный закон: если ты выходишь в эфир в каком-то городе на той или иной радиостанции, то ты обязан работать только на этой радиостанции. Но со временем мы, так скажем, стали расширять сами сферу своего вещания.
У нас появилось 22 города в сетке вещания благодаря нашему менеджменту. То есть мы стали рассылать эфиры на различные радиостанции по России. Плюс благодаря промо-диджи, благодаря SoundCloud. Ну, промо-диджи — это история, наверное, в то время 15-летней давности, когда эфиры стали загружаться туда. И некоторые радиостанции, даже у нас не спросив, стали брать себе передачу в сетку вещания. Потому что, ну, я думаю, мои постоянные слушатели знают, что «Чувство ритма» — это антология клубной музыки, где я таким интересным, местами академичным языком рассказываю о том, что электронная музыка не пустой звук, а вид искусства, и что за ее созданием стоят талантливые люди. Собственно, об этом была речь изначально. Я и хотел создать такую программу, чтобы познакомить как можно большее количество людей с танцевальной музыкой. И особенно мне импонирует миссия знакомства с танцевальной музыкой тех людей, которые, ну, в этом вообще ничего не понимают. Потому что моя программа, и я этого не скрываю, это азбука. То есть мы не уходим в какие-то там заоблачные выси. Я ставлю те стороны танцевальной музыки при всем вот этом многокрасочном спектре различных стилей, которые, во-первых, импонируют мне, а во-вторых, которые будут понятны для того, чтобы... Вовлечься. Абсолютно верно. Проложить вот эту тропу к сердцу слушателя. Круто. Это для меня самое главное. Какие вопросы, Лен? Еще один вопрос. Что делал с голосом? То есть как ты его ставил, речь, может быть, посещал какие-то школы или просто сходу все получилось? Я вам расскажу любопытную историю, когда я... Ну, у меня, во-первых, есть врожденная хрипотца, это генетически. У меня у мамы есть хрипотца в голосе, и у отца была. И я вот в этой ситуации, значит, когда я пытался, значит, пробовать быть актером, пробовать вообще реализовывать свои какие-то дарованные Всевышним таланты на сцене, получалось так, что мне говорили: чувак, не-не-не, ты радио — две вещи несовместные, ты актерство — вообще вещи, да-да, никоим образом тебе не нужно туда, не нужно, значит, мучить зрителя своим появлением на подмостках. И поэтому это своего рода такой вот, наверное, бородатый, но смешной анекдот о том, что сейчас, спустя там 15-20 лет или даже четверть века с того момента, как я стал пробовать себя реализовывать на сцене, были даже моменты, где, когда я пытался реализовывать себя в кино, так вот, на радио и так далее, люди говорят, что у меня великолепный голос. Немалую роль в этом бесспорно сыграла, наверное, моя преподавательница по сценической речи, и не одна, но первая из них — это была абсолютно гениальная женщина, Лидия Петровна Хавис, к сожалению, погибшая в автокатастрофе. И она вот ставила нам голос, но через это проходят все студенты театральных вузов, которые хотят, так скажем, выходя на сцену, покрывать собой тысячный зал своим голосом, имеется в виду. Вы не забывайте, что вообще, кстати, люди, да, которые занимаются кино и театром, ну, или каким-то таким визуальным продуктом, блогеры, они все имеют какой-то недостаток в чем-то. Ну, то есть есть какая-то маленькая штука, кривизна. Ну, давай там, не будем, знаю, говорить это недостатком. Да, это особенность. То есть, да, есть особенности. Твой, да, голос — это, да, особенность. Да, то есть, да, это, да, да, правильно, недостаток — это просто особенность. Просто многие пытаются думать, что все должны быть кенами такими или барби, идеальными, как бы, как... Ну, накачать себе все там по максимуму там. Самир, мне самом деле очень нравится твой голос, правда. Спасибо, да, спасибо. Ребят, ставьте плюсы нам в чат, кто согласен со мной, что у Самира классный голос, правда. Благодарю вас. Да, да, пишите, голос, пишите. Кстати, вопрос, как в России с авторскими правами, если играть треки на FM-радио, нужно ли платить отчисления в РАО? Я думаю, что сейчас ситуация, ну, во-первых, ситуация во всем мире и в нашей стране, в частности, по всем параметрам постоянно видоизменяется, но как раз вот это, как мне кажется, не совсем истоптанная тропа. Люди пока еще очень мало знают о системе полутонов в авторских правах, и мы сами часто сталкивались с разного рода проблемами, например, когда я написал трек с акапеллой Фредди Меркьюри, и я никак не мог понять, в нашей стране могу ли я его выпустить или нет. То есть я обращался к одним, к другим, где-то действовал по наитию, и мне всегда казалось, что я могу найти какой-то квалифицированный ответ, но ответов я не находил. Что касается непосредственно института радио, то, как правило, радио, как и многие ночные клубы, как и спортзалы, кафе, рестораны, там, где играет музыка фоном, они, насколько мне известно, в последние годы платят некую пеню
некую дань российскому авторскому обществу. Хотя, конечно, все это для меня несколько такой, как бы это сказать, странный момент, потому что у меня был первый такой довольно мощный процесс столкновения с РАО. Я, видишь, какую паузу сделал между S и RAO, чтобы не было... Я понимаю. Чтобы не было, так скажем... Наезда. И синонимов ассоциативных. Так вот, когда я впервые так столкнулся с RAO, был момент, когда мы ставили в театре спектакль по пьесе Славомира Мрожика «Вдовы». Значит, спектакль Славомир Мрожик – это восточноевропейский, я бы так сказал, драматург. И у него есть представитель, имеющий на постсоветском пространстве права на его пьесы. Режиссер, который в театре решил с нами, со всеми, я там играл в главной роли в этой пьесе, поставить данную вещицу, он тогда совершенно не задумался. Это, по-моему, был год 2006, я уже не помню. И он, к сожалению, не задумывался о том, что все-таки в нашем правовом поле, ну и вообще как бы в сфере искусства существует такое... А тогда только зарождалось. Тогда это только зарождалось. Да. И так случилось, что мы после 3 месяцев скрупулезных, кропотливых репетиций поставили таки этот спектакль, и через 5 показов мы его закрыли. Потому что уже тогда, значит, обозначилась некая тенденция, что если ты имеешь на что-то права и об этом знает РАО, ты можешь обратиться к ним, мол, вот ребята поставили мой спектакль, или там кто-то использует название «Чувство ритма». Но само РАО отслеживать этого не будет. Да. Вот в чем цимус. Но сейчас уже старается даже. Ну, может быть, сейчас. А это был 2006 год. Да, они тогда только начинали. Вы должны понимать, что есть право на публичное воспроизведение, а есть право частного прослушивания. А в то время, еще до середины нулевых, мы привыкли работать, создавая спектакли или какие-то произведения, даже миксы, ну, внедряя туда какое-то куски фильмов, как в домах культуры, типа, ну это же музыка, она же есть, она у меня на кассете, давайте поставим под нее танец. Да. И просто не задумывались об этих правах. Ну а РАО только начинала свою жизнь. Да. Ну, так активно. Да. Поэтому сейчас, наверное, это уже дошло до какого-то такого более-менее цивилизованного существования, до цивилизованной формы существования. Приобретается. Да. У нас пока есть маленький плюс. РАО не настолько разбирается в электронной музыке, как в эстрадной. Потому что эстрада — это уже такой серьезный бизнес, сформированный во всех слоях там от и до, там иерархии и прочее все есть. То электронная сцена пока в России, ну, скажем так, она в зачатке вот этих всех формирований. Я имею в виду соотношение всего. Лейблов, денег, мероприятий, типа вот этого всего комьюнити. То есть эстрада и то, что у нас на коммерческой сцене, оно более такое глобальное, с премиями там, с различными мероприятиями, как бы всякими. Я согласен, да. Вот. Да, хочется верить, что рано или поздно и потихонечку, дойдет это все до мира, потихонечку, клубы танцевальной сцены. Руками и сердцами тех, кто к этому стремится и хочет этого добиться. Да. То есть это поэтому, да. Так, Лена, есть какие-то вопросы интересные? Ну, самое главное, что у меня в чате куча плюсов. То есть все поддержали, что да, действительно. Голос, что твой голос поддержали все. Спасибо. Голоса за тебя, за твой голос. Голоса за тебя. Я победитель шоу «Голос». Написала, действительно, я сразу отметила голос. А голос похож на голос Басты, пишут ребята. Вот, кстати, ох, респект сегодняшнему гостю. Не примите залезть, но, Самир, ты делаешь лучшее радиошоу в русскоязычном пространстве. Большое кстати, вам спасибо. Да, кстати, тоже это не лезть, это абсолютно мое такое же точное мнение. Я имею в виду... приятно, когда абсолютно разные люди объединены под могучими крыльями музыки, как я об этом говорю. И что мое радиошоу играет в этом одну из ролей. И как говорил Александр Сергеевич Пушкин, я часто цитирую его, слегка, правда, взяв на себя труд переделать, «Ох, не пропал мой труд и дум высокое стремление». Вот это главное. И ваши отзывы на сей счет – это самый, что ни на есть, такой главный для меня резонанс. Огромное вам за это спасибо. Есть два у меня, мне кажется, ну, таких лидера. Это ты и МДС, модель для сборки. То есть это тоже музыка плюс текст, плюс смысл какой-то. Да, это мир фантазии, но это уникальные проекты. И вот у Самира Кулеева, то есть я реально их сопоставляю вместе, только с разным форматом. Ну, как бы. Но это очень круто.
А, кстати, кто-то из вас написал пластинки, ну, такие... Так это Волен Сентер, по-моему, да? Да-да-да, с Ижевским. Я по обложке узнал, да. Да. А сегодня мы просто слушаем пластинки, не хочется ни сводить, ни миксовать, ну, то есть ничего делать, мы просто обкатываем после тюнинга наши деки. Ну, еще не все готово, тут, видишь, еще там пару моментов надо доделать. Какие у вас оригинальные концептуальные. Ну, мы, да, нашли эти ретро, полностью их разобрали, довели начинку до идеала. И, короче, они теперь идеально звучат. Еще это эстетично выглядят. С 90-х годов есть кнопка Sync. Прекрасно. В технологии. Ну что же, пришло время отдавать уже такую точечную пользу нашим гостям. Вот в эфире нашим подписчикам и слушателям прилетел такой вопрос. Совет новичкам. С чего начать подкаст? С чего начать подкаст? Вообще все в этом мире, друзья мои, начинается с идеи. О чем будет ваш подкаст? Постоянно об этом говорим. Да, тем более. Здесь уже, как говорится, повторение мать учения. То есть напишите для себя синопсис, о чем бы вы хотели рассказывать. Потому что, как правило, в основном, особенно люди, связанные с танцевальной музыкой, и мне очень много приходит на сей счет писем, хотят просто, ну, и я думаю, что это одна из форм, в этом нет ничего плохого, забегая вперед скажу, но все-таки это одна из форм тщеславия, когда человек присылает тебе свой микс и говорит: слушай, дружище, у тебя такая классная передача, ты можешь микс поставить? Я говорю: а вы слушали вообще «Чувство ритма»? Потому что ни в одной моей программе, ну, за исключением, может быть, за 15 лет пары случаев, когда у нас станция была на профилактике, или были какие-то предлагаемые обстоятельства, когда, ну, в эфире не могут звучать слова. И я ставил вот один или два раза свой микс. В основном вся программа, она соткана из каких-то интересных фактов, из новостей. Человек присылает тебе свой микс с желанием прозвучать у тебя в радиошоу. Я абсолютно бесконфликтный человек, я ему совершенно популярно объясняю, что ты сначала послушай программу, а потом уже просто тупо делай рассылку. И как раз вот такого рода людям я предлагаю сделать свой проект, потому что большое начинается с малого. Сначала ты ведом желанием начать транслировать свои миксы на большую аудиторию, чем мама, папа, бабушка и собачка домашняя, а ты хочешь развиваться дальше, тогда этот микс можно как-то обрамлять. И обрамлять его можно совершенно по-разному. И вот тогда, мне кажется, когда у человека начинает работать мозг, приходят интересные идеи. Вот, наверное, все начинается с идеи, так что если у вас есть идея, то двигайтесь дальше. Да, абсолютно, творчество без этого не может. Я-то помню, я был у тебя два раза на эфирах, когда ты приводил свою атмосферу, и там звучали наши треки и миксы, но это в рамках твоей задумки. То есть у тебя есть эфир, который ты готовишь каждый раз он про какую-то конкретную там тему. Да, там. Да. И люди, ну, очень часто не слушают, не смотрят, лишь бы попасть в то, где популярно. Абсолютно верно. И плюс я еще дублирую все то, что я озвучиваю в эфире, я дублирую непосредственно в виде новостей из мира танцевальной музыки, которые я перевожу, например, со страниц digital издания журнала MixMag или Resident Advisor. Я перевожу все новости и тоже их, значит, для любителей почитать, их можно отыскать как раз в группах «Чувство ритма» в ВК, ну, до небезызвестных нам событий в Фейсбуке. Сейчас вот больше все сосредоточились на ВК и на канале «Чувство ритма» в Телеграм. Так, хорошо. Да, давай такой вопрос. Да. В чем отличие подкаста от радиошоу? Потому что, ну, мы будем простые иногда вопросы задавать, они могут быть тупые, но люди иногда хотят услышать прямой ответ. В чем отличие подкаста от радиошоу, как мне кажется? Это мое мнение, его можно оспорить. Ничего на страшного. Радио больше цензуры. То есть радиостанция как средство массовой информации, если мы говорим, например, о станции, которая появляется в эфире на определенной FM-частоте, это, пожалуй, самое цензурное. Скажем так, она имеет ответственность. Абсолютно верно. Лицензию, которую она может потерять за одно неправильно сказанное слово. Абсолютно верно. По-моему, три неправильно сказанных слова. Ну да, да, да. Да. Хотя сейчас, опять же, учитывая предлагаемые обстоятельства, рамки все время сужаются, нельзя как-то протестовать против чего-то, нельзя пропагандировать что-то, нельзя... Представляешь, какими сейчас все станут философами? Насколько надо выкрутить голову, чтобы придумать речь? Это же великолепно! Это же великолепно!
когда ты разговариваешь своего рода эвфемизмами. Мы превратимся в сенаторов Древнего Рима. И это прекрасно, это прекрасно. Я имею в виду с точки зрения интеллекта. С точки зрения интеллекта, да, я про это говорю. Так, а по поводу самого подкаста, ну, подкаст, наверное, дает вам большее поле для деятельности именно с точки зрения упражнений в прекрасном и в свободных упражнениях в прекрасном, потому что подкаст, особенно если он выходит в сети и, допустим, не на Яндекс.Музыке, а может быть этот подкаст, который вы выкладываете просто на свою страницу ВКонтакте, там очень многие делают все то, что хотят. Того, чего бы вы не смогли делать, например, в эфире FM-радиостанции. Да, круто. Так, давай почитаем. Лена, вопросы почитаешь нам? А мы пока посмотрим, все ли с трансляцией в порядке. Здесь были к тебе вопросы, Паш. Так. На каких платформах посоветуете начинать стримы в России, помимо YouTube? ВКонтакте, однозначно. Это единственная платформа, которая не жесткая в отношении бана, прав, страйков. То есть там есть минусы. ВКонтакте очень сложный кодек, который не всегда дает возможность всем людям, ну там, допустим, в зависимости от того, где вы находитесь, за, допустим, быстро прогружать трансляцию. То есть, но когда трансляция заканчивается, она перекодируется в самое офигенное качество. То есть у ВКонтакта самое крутое видеокачество. Сейчас, я думаю, с учетом событий, ВКонтакт начнет очень сильно прогрессировать технически. Уже вне начал. Всякого сомнения. Уже начал. Да. Уже масса всего, что произошло. Я вижу изменения просто каждую неделю. И они, конечно же, сейчас, я думаю, там наняли 150 там, программистов и просто там людей, которые понимают в этом. Мне, ну, короче. Кажется, они не сейчас это даже сделали. Да, ну не суть, Лена. Да. Не суть. В общем, короче, смысл такой, что это однозначно ВКонтакте. Не стесняйтесь регистрироваться на музыкальных порталах. Например, мне нравится, я говорил-то не раз, сайт DJ.ru, в отличие от того же промо-диджи, тем, что там нету пока завала грязи, и у каждого человека, который туда постит свой микс или подкаст, там есть прямо целый выбор подкаст, радиошоу, видео там и прочее, он обязательно попадает на главную страницу на несколько дней. То есть абсолютно у каждого есть возможность заявить о себе. А это значит, если вы делаете качественный контент, то его кто-то может заметить, и хороший продукт всегда себя найдет. А такие ресурсы, по примеру, Твича, Ютуба или раньше это был Инстаграм или Фейсбук, Инстаграм сразу блочили по музыке, мы все это знаем, поэтому питать иллюзии не надо. Многие думают, что Твич классная тема, но вы видите, как работают звезды, а звезды, к сожалению, звезды, и поэтому у них несколько другие, как бы, привилегии в отношении просто людей, которые хотят донести свое творчество. Ну, то есть звезда может написать авторам других треков и получить разрешение. Вы можете написать, но получить разрешение не на все. К сожалению, мир так устроен в музыке, что вы, а может и не к сожалению, вы либо делаете уникальный качественный продукт, и вы такие: о, как вот про вас, это талант, кто вы, давайте, типа, иди сюда, как, например, Билли Эйлиш, там, ну, к примеру, там, Самородок, раз, и появилась на мировой арене. А и такие люди появляются, они каждый год кто-то появляется такой классный. Вот. Либо вы должны дойти до уровня по ступенечкам, по чуть-чуть, вы начинаете коллаборировать там с одним лейблом, с другой там историей, там радиостанцией и прочее, по чуть-чуть выстраивая свою карьеру. Разные пути, разные штуки, пробуйте просто те, которые доступны. Ну, в общем, не открываются те двери, в которые вы не стучитесь, во-первых. Во-вторых, сначала обратите внимание на качество. Здесь какой момент? Если речь о видео, то, ну и вообще даже о аудио, первое, вот самое простое, это важный совет, посмотрите, как делают большие игроки, и вам точно не имеет смысла стремиться делать хуже. То есть, ну, просто попытайтесь повторить хотя бы качество. Повторите, если ваша идея крутая, то по-любому вы сделаете круто, потому что как бы шлак, который сейчас выгружается в сеть, он забивает все, и люди просто нажмут на play, секунду-две посмотрят, и больше вас никогда не захотят смотреть. Ну, или там через какое-то время только. Да. Так, читаем вопросы. Скажите, пожалуйста, что сейчас играет на фоне? Играет у нас Джорджи Хевек, Ижевский, Шанти, Радио Москва. Да, это наш, кстати, лейбл замечательный. Да, как ребята и пластинка до этого. Ребята там делают классные пластинки, вот как раз Ижевский является, по-моему, идейным вдохновителем этого лейбла Шанти Радио Москва.
Да. Плюс еще есть ребята Wallen Center, у меня есть пластинка. Я сначала подумал, что это их пластинка, потому что у них вот этот да, колористический фон в основном этого лейбла, все пластинки друг на друга похожи. Ну да, да. Ну, в принципе, можем подобрать, у меня их тут несколько. Прекрасно. Вот, сейчас можем взять просто пачку. Кто возьмет пластинок пачку, тот получит. Да. Так. Mixcloud Паш сейчас использует для видеотрансляции, пишет Евгений Сорокин. Жень, ну ты возьми, используй, как бы, и все, и получится у тебя отлично. Есть то, что помогает. Ты можешь, понимаете, есть ресурсы, которые как бы все используют, ты можешь использовать, но это будет никто не смотреть. То есть есть момент, что используют дофига. Кто-то и битпорт использует, кто-то еще какие-то возможности есть у кого. Но я бы на Mixcloud не стал делать. Ну, сейчас, мне кажется, одна из актуальнейших площадок — это SoundCloud. SoundCloud, да, да, да. Потому что у нее алгоритмы YouTube. Она показывает. В принципе, SoundCloud — это объективно самая главная площадка музыки сейчас на весь мир. То есть это... Там вы можете, и даже уже в последнее время появился функционал, ты можешь сделать какой-никакой мастеринг своему треку. Да, да, да. Она развивается. Я уже говорю про то, что там можешь монетизировать это все хозяйство и так далее. Да, да. Шанти их и выпускает. Жалко, что в России не продаются, а приходится закупать из Германии. Это вот про пластинки пишет. Но на самом деле я купил в России, если честно. Я тоже слышал о том, что когда проводятся винил-маркеты в Москве, там много пластинок наших лейблов удержаются. Да, 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 да. Вот как раз пишет MC Old, в Mixcloud стриминг только для проплаченных профилей, и стрим не сохраняется. И здесь такой момент, что Mixcloud принадлежит Facebook, у вас возникают первые вопросы с правами, во-вторых, вот эта проплаченность, вот это стоит столько же, сколько, ну там, $130 или $110 за год, и вы еще будете проплачивать SoundCloud. У вас две площадки, SoundCloud и Mixcloud. Если SoundCloud является центральной площадкой, зачем еще проплачивать второстепенную? То есть, когда у вас много денег, и вы готовы $1000 проплачивать везде, там, Bitport Link, там, одно, второе, третье, четвертое, везде подписки, все хитрые, как бы. Поэтому здесь все-таки упор на SoundCloud имеет место быть для нас конкретно. Есть ли смысл в промо-диджей в 2022 году? Никакого смысла. Если, конечно, не закроют SoundCloud. Но мне почему-то кажется, что в этом плане как раз SoundCloud выполняет свою главную миссию, о которой сейчас вот в этом сумасшествии, несмотря на то, что мы говорим, не говорим о политике, но многие именно представители музыкальной сферы как раз-таки забыли, что музыка была всегда вне политики, и она давала возможность людям совершать побег. Это своего рода эскапизм от серости, от злобы, от всего того, что творится в мире. А сейчас музыканты... Это убежище. Это то, абсолютно верно. А сейчас музыканты как-то накинулись друг на друга. Это очень жестоко. И это все неприятно. Как бы. Да, причем даже зашел разговор как бы о том, чтобы запретить русских классиков. Ну, это уже... Это уже совсем. Это уже попытка просто расколоть общество, потому что... Здесь нам нужно, наоборот, всячески проявлять какое-то единение, потому что Россия — это страна, где всегда жили дружно более 300 национальностей. И если сейчас попытаться их всех поссорить, то ни к чему хорошему, как вы понимаете, это не приведет. Поэтому мы за любовь, за мир, за музыку, за искусство. За дружбу. Потому что нас учили доброму, когда мы были маленькие. Верно. Кстати, я читал о том, что Папа Римский когда-то, это было несколько десятков лет назад, он призвал, значит, Ватикан купить советские, старые советские мультфильмы, потому что они, что называется, квинтэссенция нравственности, доброты и милосердия. Точно. Да. Поэтому смотрите старые советские мультфильмы, друзья. Ну, кстати, даже если посмотреть реально старый Дисней, то есть прямо совсем, он такой же классный, то есть такой же добрый. Да. А сейчас у нас вместо лисички бегает треугольник какой-нибудь злой там, ну и прочее. В общем, сейчас это все такое.
Так, Самир, в вашем миксе «Море поэзии» звучат несколько тем от Ник Чицана. Не вижу, что... Чикейн. Да. Знакомы с его творчеством, с его радиошоу «Sunset» конечно, на Mixcloud. Конечно. Так. Я очень люблю Ника Брейсгардла, который называет себя Чикейн. И самое интересное, что мое знакомство с танцевальной музыкой в немалой степени началось благодаря ему. В данном случае я вообще говорю о двух столпах электронной музыки 90-х. Это Чикейн и Брайан Треншоу, BT. Как мы знаем, для тех, кто пишет музыку, есть даже целый синтезатор BT, да, который, собственно, появился благодаря Брайану Треншоу. И так получилось, что это два для меня, по крайней мере, на первых порах, в процессе совершения первых шагов в мире танцевальной музыки. Вот Чикейн и BT меня очень сильно вдохновили. И я помню, что, пожалуй, один из самых первых треков, который я услышал в своей жизни, после которого мой мир перевернулся, это был BT Flaming June, пламенистый июнь, плюс еще я родился в июне, и вот эта чувственность, такое начало лета, которое проступает в этом треке, она меня сразила. И одновременно это был ремикс на трек BT Flaming June, выполненный Чикейном. Он начинался такой мощной брейкбит партии. Сначала это было интро, а потом начинался брейкбит. И все, меня их музыка покорила. Я покупал все диски, все пластинки, которые только мог, этих ребят. И вот в 90-е они на меня оказали довольно мощное влияние. Своей атмосферностью, опять же, своей чувственностью, местами с умением вот этого синтеза как раз ритма и чувств, отраженных в музыке, довести слушателя до экстаза на танцполе. И за это я благодарен. Поэтому Чикейн, конечно, да, время от времени я ностальгирую, возвращаюсь к его музыке, особенно к первым альбомам Far From The Madding Crowds. Была пластинка 96-го или 7-го года. Потом была классная пластинка у BT и SCM. Там на обложке такой камень из воды. Это просто, ты слушаешь каждый трек сейчас, он невероятно актуален. Потом был классный альбом у Чикейн, назывался Behind The Sun. И там был суперхит с Брайаном Адамсом Don't Give Up, который тогда, кстати, в немалой степени повлиял на развитие танцевальной музыки и на знакомство с ней такого общего, так скажем, общей массы слушателей. Потому что вот как раз такими, как мне кажется, коллаборациями можно достичь небывалых высот и возможностей расширить границы музыки. Вот как раз тем, что, например, канадский рок-певец спел вокальную партию в треке британского электронного музыканта и диджея. Для конца 90-х это было нечто. Потом, кстати, BT пел в треке у Тиеста Love Come Again. И этот трек стал гимном Олимпиады в Афинах в 2004 году. И они прямо на весь мир транслировали это шоу, когда играл Тиеста и BT пел. Лена, что у нас там по комментам? Давай. По комментам пока... Мария Киселева пишет: спасибо за стрим. Мария, ты что ли уже все у нас покидаешь? Подожди, мы только разогреваемся. У меня есть вопрос от меня, мой вопрос. А твой лично, так. Да, мы нашим всем интересным гостям, в общем, всем нашим гостям, интересным личностям задаем похожий плюс-минус вопрос. Тему как-то делали, она очень зашла, болезненная оказалась тема, и теперь вот мне прямо интересно каждого об этом спрашивать. Первый вопрос. Случалось ли тебе столкнуться с негативной критикой в твой адрес? Как ты вообще на это реагируешь, справляешься? И сразу второй вопрос. Как ты вообще считаешь для творческого человека критика, какой бы она ни была, она как хорошее подспорье для понимания, в каком направлении двигаться, либо все-таки она больше мешает? Я считаю, что критика нужна, но если она объективна, это немаловажный фактор. Потому что очень многие люди выплескивают просто ушат говна на человека. Извините за слово ушат. И в тот момент, когда они это делают, то есть под вот этим невероятным каким-то ненавистническим всплеском эмоциональным кроется
завуалированное желание быть на месте этого человека. Но так как ты не смог дать себе труд на определенном этапе достигнуть чего-то, ты просто желаешь его как-то вот, ну, наверное, оскорбить. И я считаю, что вот такой вид критики, сейчас он, по-моему, называется чуть ли не буллинг или как-то, когда человека просто травят в сети за то, что он сказал. И, кстати, события последних дней подтверждают тот факт, что мы, ну, очень плохо можем прислушиваться к друг другу, если речь идет о полярно противоположной точке зрения. То есть, что такое высший закон толерантности? Я думаю, что он должен лежать в основе критики и вообще в основе нашего общения. Об этом еще Вольтер говорил. Я не разделяю ваших убеждений, но я сделаю все для того, чтобы вы могли их свободно отстаивать. Угу. Или хотя бы выражать. А слово «отстаивать» — это вопрос о диалоге. Вот. А это даже вопрос не сколько о диалоге, а уже о дискуссии. Вот, правильно, да, дискуссия, да. Но вот когда речь идет о критике, я на эту тему вспоминаю замечательную кинокартину. По-моему, режиссера зовут Дэмиан Шейзел, или как-то так, который снял «La La Land», а до этого он снял великолепное кино про парнишку, который хочет стать барабанщиком. Картина называется «Одержимость». И он попадает в один из лучших джазовых оркестров города, которым, значит, руководит, как идейный вдохновитель, некая одиозная личность, некий режиссер, дирижер, который, значит, ставит их там, вот эти концерты, третирует всячески группу, я бы даже сказал, узурпирует ее, просто доводя музыкантов до исступления. Впоследствии я не буду вам рассказывать, как это сейчас говорят, спойлерить то, что там происходит, но впоследствии они встречаются, значит, этот дирижер, этот идейный вдохновитель, тиран, так скажем, декоративный, и сам вот главный герой, который очень хотел стать барабанщиком. И вот этот дирижер, он раздражается монологом, главная мысль в котором, что типа, если бы, например, таким музыкантам, как Чарли Паркер или там Рэй Чарльз или еще кто-то, говорили бы, что, дружище, ты молодец, уже на первых порах становления их творческой деятельности, то, наверное, вряд ли бы они добились столь головокружительной высоты, которой они добились. То есть он гнет линию через сопротивление. Я помню, когда мы учились в театральном институте, чтобы ты услышал слово похвалы от своего мастера. Также нужно... карьера Майкла Джексона в детстве. Да, но это как бы совсем крайний случай, когда из ребенка сделали, ну, психически больного человека, потому что не давали ему ходить, играть в футбол. Я поэтому привел пример, что это вот именно та самая крайность, до которой могут доходить. Конечно, конечно. Из желания. Возьми великого композитора Людвига ван Бетховена. Его отец был пьяный. Смысл линии понятно, да. Да. И он его бил. Я считаю, что все-таки золотая середина должна быть. Критика должна быть. Но ты не можешь уничтожать человека, даже если ты являешься его преподавателем, который дает ему вот этот вот вид искусства, коим он будет впоследствии заниматься. Но... что я хочу сказать из личного опыта. Когда я учился в театральном институте и часто на себе испытывал вот этот прессинг, это давление, ты можешь 2 часа играть там в главной роли, в дипломном спектакле, чудовищную пьесу, на улице жара плюс 40, а вы изображаете зиму в Нью-Йорке 50-х, и ты в куртке пилот, у тебя... То есть после каждого спектакля ты худеешь там на 3-4 килограмма, потому что у тебя выходит просто это все водой, потом и другими соками и водами. И в этот момент, значит, ты окрыленный, что ты вынес там, являясь 19-летним мальчишкой, вот этот спектакль на своих плечах, плюс еще и все твои однокурсники тебе в этом помогали и сами тоже проделали какую-то невероятную работу. И вдруг ты приходишь, ну и как-то состав преподавателей может сказать, ну да, но вот больше указать тебе на какие-то шероховатости, нежели хотя бы один раз сказать «ты молодец». Но когда ты выходишь из институтских стен, ты выходишь непосредственно в реальный мир, ты понимаешь, что только эта тактика, по сути, тебя готовила к той реальности, в которой тебе придется существовать. Потому что, по сути, в мире очень мало вот такого доброго отношения, особенно когда речь идет о коллегах по цеху,
Когда ты приходишь в какой-то коллектив, нас часто дразнили как симпентариум единомышленников. То есть это своего рода такой гадюшник, где все вроде бы как занимаются творчеством, но в любой удобный для них момент тебя ужалят. Есть такое мнение, да. Мы к нему пришли тоже. А можно водичку, извини, конечно, пожалуйста. Конечно. Самостоятельно. Так, да. Сейчас. Так, мы тут типа Лену не палим. А, ну нет, нет, нормально все, да-да-да. Нет, все нормально. В общем, у нас было. Нет, не боюсь, все в порядке. В общем, у нас был целый стрим, посвященный критике как раз, как да. она на тебя влияет и прочее. Да. И пришли к такому заключению, потому что попали на одно умозаключение в одном американском фильме, так. но не суть. И смысл такой, что критика, она так классная, когда у тебя есть возможность как раз дискуссии. Ну, то есть никогда тебе конструктивная критика. Конструктивные могут написать, типа конструктивно, и все. Да. И ты с ней живешь. Да. А когда у тебя есть возможность Спасибо. Ответить, чтобы подискутировать на момент, я это сделал потому что, чтобы конструктив тебе разложили, угу. да, но, и вот эти вот все вещи, когда у тебя начинается общение с человеком, который тебя покритиковал, вот такая критика, она как бы как раз максимально полезна. А ты знаешь вообще, в чем как бы отличие настоящей критики и вот этих вообще профессий критик от того, что мы сейчас называем критиками? Нет, не задумался. Я, например, считаю, что когда человека просто обливают нечистотами в сети, как рассказывая... делает 99,9%. Да, это не критика. Это не критика, да. Они так думают. Критика — это выявление смысла из увиденной нами картины, из посмотренного кинофильма, просмотренного, или услышанного музыкального произведения, например, да. 9-й симфонии Бетховена. Когда умнейший человек, еще и получивший не одно, может быть, образование на сей счет, разбирающийся в теме. Разбирающийся в теме. Конечно. Он путем неких омажей, аллюзий, каких-то выкапываний смыслов иллюстрирует свою точку зрения на тему услышанного произведения. Абсолютно. Вот такая же точно. Ему может что-то не нравиться, и он может об этом сказать. Но критика — это не попытка просто уничтожить человека и его Конечно. Творение. У нас абсолютно такая же точка зрения. Вот мы как раз про это и рассказывали, что просто вылить, типа, это говно, как бы, но это плохо. Да. Это не то, что поможет, не то, что типа сделает мир лучше, это не поможет тому, кто критиковал. Абсолютно верно. И артисту только сделает, типа, блин, типа, ну и чё? Ну, то есть, что это принесет? В общем, как-то так. Круто. И оказывается, вот в этом фильме мы увидели такую вещь, что у компаний Запада и Европы иногда запрещается критика просто в одностороннем порядке. То есть она допускается только когда какое-то, ну, крутое руководство объясняет, да. почему так. То есть, ну, допустим, тебя вызвали на ковер, там, и тебе рассказывают, такая критика да. твоей работе. И ты можешь объяснить, или тебе могут еще больше объяснить, ну и прочее. Да. Ну, например, в западной системе шоу-бизнеса, если мы говорим, да, то есть у них, если речь идет о музыке или о кинематографе или о бродвейских спектаклях, есть даже целый пул кинокритиков или там да. театральных критиков, музыкальных, неважно, от которых, по крайней мере, раньше, там, 20-30 лет назад, зависела судьба созданного порой многомиллионного произведения. Оно и сейчас есть так. Есть Оно понятие. И сейчас есть, есть, поэтому люди приплачивают критикам. Да, сообщества, у которых да. есть своя аудитория, которая называется еще в кино тестовые показы. Все верно. Когда фильм могут переснять, переделать даже на 99%. Да, собираются фокус-группы, которые да. смотрят, и тестовые показы решают показы, то, да, то, что мы вот в итоге смотрим. Кстати, на эту тему тоже споров много, и часть режиссеров считает, что тестовые показы вредят кино, а часть считает, что они... не вредят. Все зависит от жанра фильма. Если да. это блокбастер, это одна история, и тестовые показы — это прежде всего продюсерские, так скажем, лакмусовые бумажки, индикаторы, которые меняют цвет в зависимости от того, в какую сторону, как им кажется, нужно двигаться. Но если это творческое высказывание артхаусного режиссера, то на кой черт ему... А есть коммерческое кино, например, вот тестовый фильм, показ. Фильм «7» был большой спор, когда да. его снимали, и за концовку режиссер сражался, и как раз та серия, когда тестовый показ ничего не решил, оставили Потому концовку. Что Дэвид Финчер, снявший «7», это абсолютно да. авторский режиссер, то есть у него он снимает авторское кино, но те деньги, которые ему дали на фильм «7» продюсеры с этим пантеоном звезд и так далее, вот там как раз возникла
мне кажется, вот эта вся полемика. Причем главные герои отстаивали концовку режиссера. Да, да, да. То есть да, это да. тоже... Брэд Питт и да, Брэд Питт, Морган Фриман. Морган Фриман, да, что типа да. нельзя это портить, потому что это типа гениально. Да. Да. Так, ну и в итоге котики, давайте спросим нашу аудиторию, нашу фокус-группу крутую, нравится ли им стрим? Давайте. Да. Вам нравится стрим? Попробуйте только написать, что нет. Вот пишут, что критик — это не состоявшийся артист. Бывает и такое. Да. Паша, предлагаю вспомнить тему нашего эфира. Так, двигаться давай, дальше. Да, я даю тебе задание. Да, мы как-то ушли от темы радио. Да, нет, да, ну да. да, на самом деле. Так, окей. Тогда такой вопрос. Вот многие не понимают, ну, то есть наше поколение, как уже да. так говорить, типа, как на дискотеку за 30, типа, идти или за 40. За 40. В общем, короче, да, за 40 себе. Уже, да. То есть смысл такой, что вот когда я развивался и ты развивался, ну, например, у меня, по крайней мере, не было в голове даже мысли, что моя карьера возможна без радио. И я стремился туда попасть. И все мое, верно. И мое первое было такое серьезное касание, это радио «Юность», которое... Я работал на утренних эфирах, я был диджеем, который играл на пластинках. Вот это самое утреннее шоу, которое вещало на всю страну, и там Дальний да. Восток типа слушал там и прочее. Так вот, сейчас у диджеев как бы не всегда прослеживается типа радио, да, что-то там играет какая-то музычка, типа я хочу быть диджеем. То есть вот да. это типа эгоистическое желание встать на сцену и стать как бы крутым, типа да. даже не всегда понимая, для чего он туда встает. Что ты можешь сказать, что вот людям, которые только начинают, для чего диджею радио, что оно может привнести? Смотри, в чем цимус. Мне кажется, что заставлять человека работать на радио, потому что это один из рычагов воздействия на аудиторию, не заставлять. Отнюдь не стоит. Не стоит. Я пошел на радио заниматься радиостанцией, потому что меня вдохновляет и где-то изнутри подталкивает вот к этому. Это своего рода неиссякаемый источник. Есть вот такой, это типа магия. Поршень, который заставляет да, работать. Да, это магия да. прямого эфира. Опять же, это... история диджеинга с радио связана. То есть слово диджей... Я как раз об этом хотел сказать сейчас, да. То есть, во-первых, есть большая история. Все диджеи начали свое существование и так далее с радиостанции. Вот этот самый Уолтер Винчелл, который назвал своего друга Мартина Блока в эфире в 1935 году в эфире американской радиостанции ABC. Он назвал его, или CBS, я уже не помню. Короче, он назвал его словом диск-жокей, потому что тот так виртуозно апеллировал фактами и пластинками, что я не знаю, каким образом это слово появилось, наверное, божественное вмешательство, опять да, же. Да, потому что теперь можно назвать диджитал жокей. Да, можно и так, да, да, да. И, но он именно как жокей управлялся вот этим всем делом и тем самым вдохновил большое количество людей на занятия этой великолепной профессии. Дальше были такие великолепные деятели, например, радиоэфира, как Мартин Томас Лодж, который написал книжку «Корабль, покачнувший мир». Там эпоха становления британского радиовещания, если вы помните замечательную кинокартину «Рок-волна», да, конечно, где корабль, который дрейфовал пиратский. В морях, да, в волнах моря у берегов Британии, и тем самым давал молодежи слушать андеграундную музыку. И вот это все тесное переплетение, оно меня всегда, как человека, обладающего определенной пытливостью ума и желающего об этом узнавать, оно меня вдохновляло. Именно поэтому я пошел на радио. Потому что мне всегда импонировал синтез музыки и знаний, которые ты можешь дать человеку. Я пошел на радио именно за этим. Это было еще задолго до того, как многие диджеи пришли на радио в желании играть свои миксы. Что тебе дало в итоге радио? То есть конкретно вот твоя карьера, ты диджей. Оно мне дало удовлетворение прежде всего. Ты же диджей начал потом, то есть ну не сразу. Нет, сначала радио. Диджей я вообще научился в 2000 году. Я работал в клубе ведущим. Я только закончил институт. Я уже жил в Москве. Я работал в клубе ведущим и вел конкурсы, или как интерактивы говорят еще. Те диджеи, которые играли в клубе, тогда стояли сотые пионерчики, обычный пульт, по-моему, Denon, я уже не помню. И они играли вот всякую попсятину, зарабатывая деньги на заказах. В 5 часов вечеринка заканчивалась, люди все пьяные, довольные. Сотые. Вот-вот-вот, сотые пионеры. Разъезжались, значит, на таксомоторах домой, либо расползались.
И мы оставались одни с диджеями, ждали, пока откроется метро. Я говорю, ребят, можно я поиграю? Я брал свои любимые диски того же Чикейна, BT, миксы Global Underground, миксы Renaissance, первые какие-то работы Дэйва Симона, Стива Лоулера, Deep Dish. Ну, то есть там был многокрасочный спектр артистов, которые меня на тот период вдохновляли. И я пробовал сводить. То есть я вставал и этот час играл музыку. А на радио уже, когда речь пошла о чувстве ритма, то есть фактически я к тому же моменту лет 7 как играл. Я уже играл на каких-то дружеских вечеринках, плюс уже пошли какие-то первые гастроли и так далее. Поэтому на радио я пришел с желанием именно, может быть, сейчас это пафосно прозвучит, но с желанием как раз-таки расширять границы танцевальной музыки, знакомя людей с вот этим интересным звучанием, на котором уже к тому моменту сидел весь мир. И, может быть, отчасти это было продиктовано, так скажем, моим собственным желанием приезжать в клубы и ставить музыку для тех, кто эту музыку понимает. Потому что, как правило, мы приезжали в разного рода клубы и играли на ту аудиторию. Я даже помню, наше с тобой знакомство произошло, когда у вас был маленький андеграундный танцпол, да, и был большой танцпол для общей аудитории. И, как правило, из-за того, что в наш диджей-сет были уже вкраплены стихи, уже были вкраплены какие-то элементы шоу, нас всегда ставили на тот танцпол, где публика, ну, могла быть удержана только как раз вот этими ингредиентами, составляющими сета, но не самой музыкой, потому что к музыке они относились... Ну... Я поэтому всегда и делал танцпол, скажем так, андеграундный. Ты не представляешь, как мы хотели поиграть на этом андеграундном танцполе, но каждый раз нас ставили... Но каждый раз нас ставили как раз... Да, там было жарко, но там на самом деле... Там же, вот если взять конкретно Опиум, ну, клуб, где вы чаще всего приезжали, это как раз клуб, которым я совладел, Артем Дарк тоже тут у нас в чате. Да, да. Да. Тоже совладелец и технический директор, ну, директор, можно сказать так. Так вот, там в чем был прикол? Там был танцпол попсы, да, был танцпол главный и был танцпол андеграундный. А еще был танцпол медляков. Он был вообще там совсем далеко. И смысл такой, что там могли играть какие-то, например, саундтреки фильмов. То есть, например, вечеринка только саундтреков, угу, или там вечеринка только медляков какой-то эпохи. А на попсе можно было играть только оригиналы. То mm-hmm. есть любые оригиналы, но оригиналы. На коммерческом это музыка, которая движет, какие-то, да, шоу и прочее. А на андеграундном все что угодно, но не ремиксы, не то, что делает, да, музыка коммерческая. Да. Музыка должна быть уникальной, настоящей, которая вот, ну, именно с экспериментами, да, то, что может вылиться. И это был такой концепт у заведения. Ну, я знаю, я это прекрасно помню, но вот как раз это было тоже своего рода частью моего обучения, воздействия более или менее понятной музыкой на ту аудиторию, которая в ней ничего не понимает, и при этом возможностью не изменить себе. Донести хорошую музыку. Да, поэтому мы играем такие золотые хиты хаус-музыки, какие-то интересные ремиксы, но при этом без ухода в темный андеграунд или в то, что играло у вас на маленьком танцполе. Хотя эту музыку мы все слушали и ею тоже были опоэтизированы, поэтому всегда хотели приехать и думать, а может быть потом Паша нас поставит на тот танцпол. Я помню, да. Были, я просто это были заранее. Будет следующий проект, обязательно будем, нет, играть. Нет, конечно, сейчас в принципе потребности играть, слава богу, танцевальную музыку и андеграундную музыку. Мне сейчас вообще нравится то, что происходит. Сейчас удовлетворены. Музыка, да. Музыка вообще свободная такая стала и хорошие мероприятия. Да. Так, прилетел вопрос. А есть ли падение аудитории у радио? Мне кажется, стриминг музыки почти убил радио. И вам это абсолютно верно кажется. Так, расскажи. Если мы говорим об FM-диапазоне, то, как правило, такого рода радиостанции люди могут слушать только в автомобилях. Поэтому вот если программа не выходит в прайм, то, наверное, в прайм-тайм это как раз пробочное время, когда люди вышли с работы и сели. И то очень многие люди в машинах слушают подкасты, слушают какие-то iTunes и Яндекс.Музыки, такое часто бывает. Кто-то вообще в кино себе транслирует в последнее время, я часто вижу. Да, таксист, да, едет по городу, ла-ла-ла, у него тут бразильский сериал, какая-то Хуанита требует от своего мужа пятый раз элементы. Главное, чтобы Форсаж не смотрел. Форсаж иногда смотрит, да, или фильм «Такси», да. То, конечно, я думаю, что в данном случае радио дает как раз благостное подспорье, именно FM-диапазон.
для некой, ну, наверное, в реалиях современных можно сказать, это не совсем мною любимое слово, статусности, когда ты делаешь программу на FM-частоте, и это своего рода статус, но для того, чтобы достигать все больше и больше, все большего количества, так скажем, слушателей, да, и пленять их своим искусством, то, наверное, здесь все-таки благостным подспорьем является прежде всего интернет и подкасты. И это должен быть такой симбиоз. Ну, мне кажется, что все это, конечно, какое-то время, оно такое переменчивое. Люди очень часто вешают какие-то ярлыки. Многие, так скажем, мыслят категории стереотипов и думают, да, все, институт радио умирает, все. Не, а на самом деле мы видим, допустим, опять же, перекладывая наш разговор на язык театра. Театру прочили смерть каждые, наверное, там 100 лет. То же самое. Пластинки. Да, пластинки. То же самое. А сейчас это... театр существует 3000 лет. И билеты только дорожают. И билеты дорожают. Хотя, конечно, по рейтингам в театр ходит всего 1% от населения Земли. 1%. То есть 1% от населения, например, Москвы ходит в театр. Сколько это там? Сколько в Москве живет? 25 миллионов человек? Ну, примерно, да. 1% это сколько? Но это немало. Это немало, но учитывая то, какое количество театров. Да, но вообще... ты получаешь эстетическое удовольствие так же, как и от винила. Это другая ценность совсем. Вот, поэтому и у радио, мне кажется, история, летопись еще не окончена. Но есть еще такая штука, на самом деле, интернет — это хорошо, но когда у тебя хороший интернет, когда ты едешь за рулем в машине или ты где-то находишься вне Москвы, у тебя начинает заканчиваться хороший интернет. Он просто нестабилен, ты можешь слушать только FM. Потому что FM-то покрывает везде и все. Да. Это уже отработанная схема. А тут мы должны дождаться Илона Маска, когда он все покроет у нас там орбиту, чем он там сейчас 200 спутников или 400 хочет за этот OneWeb выпустить наверх. Дай бог. Вот, и тогда, чтобы был другой интернет, другого уровня. Я к тому, что просто не везде он хорошо работает. Но это позволяет человеку переслушать эфир. То есть потом. То есть вот в этом плане это огромный плюс. Так, какие еще у нас вопросы есть? У нас куча позитива по поводу того, нравится ли людям эфир. Он им не просто нравится, он им очень сильно нравится. Очень сильно. Прекрасно, спасибо. Кейтон написал, что это его любимый стрим в 2022 году. Класс, круто. Да, девочки пишут, что заслушались. Большое спасибо за гостя. Какой интересный, какой культурный, какой умный. Спасибо. Просто куча комплиментов, куча комплиментов. Благодарю вас. Что еще у нас пишут? Так, что еще у нас пишут? Да, я пока чайку налью. Здесь были такие провокационные вопросы про наших артистов. Про наших или про вообще артистов из России? Про артистов из России, да. Но я бы хотела задать вот какой вопрос. Так. Вот когда сидит там человек где-нибудь в Забайкалье, на Дальнем Востоке, смотрит наши стримы, смотрит на приглашенных гостей, все производят такое впечатление успешного человека, который живет где-то в центре, в Москве, все супер, знаменитый, популярный. И вот это чувство, что ну вот судьба поцеловала его в темечко, и ему вот так вот просто повезло. Считаешь ли ты себя человеком, которому просто повезло, или все-таки ты человек, который, грубо говоря, пахал, достигал через тернии к звездам, и могло быть совершенно все по-другому? Вот что ты скажешь? Мне кажется, что второй вариант, потому что мой путь еще продолжается, несмотря на то, что я уже не в юношеском возрасте, мягко скажем. Как и все мы. Я на определенном этапе, ну, наверное, позже всех тех моих сверстников, кто сейчас занимается диджеингом и достиг определенных высот, я несколько позже принял решение заняться именно танцевальной музыкой как главным делом моей жизни. Это и работа лейбла, это и радиопередача, это и диджей-сеты, это и написание музыки. И поэтому на определенном этапе я испытывал довольно большие сложности с тем, что, во-первых, когда ты работаешь ведущим, когда ты творишь на поприще орфоэпии, и это продолжается последних 15 лет, ты достигаешь определенной высоты, живя в Москве, общаясь с людьми. Ну и прежде всего, когда ты берешь микрофон в руки, читаешь поэзию или еще что-то, люди на это реагируют, и они понимают, что ты хорош, как в том фильме. Ты хорош, да, ты хорош. И когда ты вдруг решаешь с этим завязать,
Понятно, что я не хотел сжечь мосты и фотографии, но я хотел как-то плавно перейти от одной профессии к другой, потому что, как мне казалось, я уже все сказал вот как раз в процессе ведения разного рода мероприятий, особенно тогда, когда ты там глаголишь какие-то вещи, а тут люди сидят к тебе спиной и поворачиваются, там пьют горячительные напитки, типа, кто это, что это, и это меня как-то вот, ну... ввергло меня в какой-то перманентный диссонанс. Я перестал получать удовольствие от профессии ведущего. Поэтому я перешел на профессию диджея. И, конечно, я сразу потерял там контракты с компаниями, которые ангажировали меня на процесс ведения. И так далее, и так далее. Это твой кофе? Да-да-да, я хотел, прошу. Чтобы Лена чуть-чуть засветилась. И, конечно, мне было очень сложно. То есть, и я думаю, что без горечи, без сложностей не познаешь вкус сладости, да и сейчас я вам хочу сказать, не все прекрасно. То есть я благодарен за то, что у меня есть, но я понимаю, что восхождение на этот Эверест, оно еще продолжается. Конечно, для кого-то я уже достиг определенной высоты, и я очень рад, когда человек пишет мне какие-то вопросы, письма, я отвечаю ему, помогаю советами, и это дает ему некий повод для толчка вперед, вдохновения. Но для меня самого есть вот некая... Во-первых, продолжающийся путь, а во-вторых, я сам себе всегда говорю и говорю всем своим там, ученикам в школах радио или в школах диджеинга о том, что главное при подъеме на Эверест – это не смотреть вниз и… Путь. Да, это как не путь. Сводить глаз с вершины, это проживать свой путь. Ну, или горизонт, дальше. Это горизонт всегда видишь. Все верно, все верно. То есть, тут нужно понимать, для чего ты пришел в эту профессию. И, конечно, может быть, для какого-то человека из другого города я и произвожу впечатление классного, успешного чувака. А почему бы и нет? Пусть это его вдохновляет. Потому что я считаю, что выносить на суд зрителя свои проблемы, жаловаться им в чем-то, ну, это последнее дело для конечно, артиста. Конечно. Артист должен даже, вот как нас учили в театральном институте, вышел на сцену, будь любезен. То есть ты вышел на сцену с температурой 40, но ты должен быть любезен, во-первых, с публикой, во-вторых, постараться, будь любезен, отыграй всю роль, весь спектакль до конца, а потом уже будет неотложка и все остальное. Мы в свое время продюсер группы «Земляне». Да. Полтора часа прочитал лекцию на сцене, когда я в грязной майке в середине 90-х вынес микрофон на сцену, но никого в зале не было. И он мне сказал, что офигел, и ты что делаешь? И он объяснял, что сцена — это место, к которому люди приходят, чтобы наполниться. Все верно. Когда они приходят с завода, они должны увидеть то, чего они не видят там. И унести наполненные позитивные эмоции или мысли, о чем они будут думать. Ну, то есть то, что им даст возможность стремиться, любить, жить дальше. То есть да. Яркие краски. А это если должно быть эстетическое удовольствие. Да, а если ты вышел в грязной майке, они в такой же майке работают на заводе. Они не наполнятся, они идут пустыми, потому что они поймут, что на сцене такие же. И зачем нам сюда ходить и чем-то наполняться. Ну, то есть, это целая философия. Я полтора часа слушал лекцию, я думал, он правильно на самом деле эту лекцию прочитал. Это советская школа вот эта. Это советская школа. Недаром Станиславский говорил, который породил всю эту систему актерского мастерства, что театр — это храм искусства. Конечно. То есть, и фактически сейчас можно сказать, что и ночной клуб — это своего рода храм танцевальной музыки. То же самое. Где диджей — это проповедник. Вспомним студию 54, люди приходили в место, где не было иерархии, где были люди, которые все были равны. С искрой в глазах, с желанием отдаться вот этой ночи на 100%, они к этому готовы. И таких выискивали из толпы, неважно, сколько денег у них было. Интересная была история. Так, дальше, у тебя вот ты, ну, скажем так, радио — это твоя, наверное, основная линия, да? То есть, если вот взять вообще вот... Или что у тебя больше всего для тебя важно? Я имею в виду в творчестве. Ну, наверное, радио, то есть, такая жирный стержень, который, ну, скажем так, обрастает различными ветками творчества и способными делать вот эту эклектику, переходить из одной в другую, привносить, потому что... Я думаю, что это передача чувства ритма. Да, то есть, потому что на выступлениях я ученикам очень часто, ну, я привожу примеры,
скажем так, в основном стараюсь приводить примеры на наших русских диджакеях или продюсерах, или тех, кто чего-то достиг, с хорошей стороны. Ну, то есть, например, у тебя классное радиошоу, там, у людей, ну, например, допустим, наш преподаватель там Прокси там в чем-то отличился, там, ну, там, когда Продиджи его выбрали на разогрев там в мировой тур, ну и прочее. То есть есть люди, которые добились результата за счет своей работы, да? Да. Вот, и я привожу, ну, когда меня спрашивают, например, частый вопрос, а всегда ли стоит менять диджея, типа, с ведением, ну, бит в бит. Ну, это стандарт, типа, у нас многие зацикливаются на этом. Я говорю, есть такой человек, ну, один друг, Самир Кулиев. Когда он встает за пульт, он может прочитать стихи и просто выключить музыку предыдущего диджея. И не будьте зацикленными на том, что обязательно какие-то стереотипы, стандарты. Вы можете сделать все, что вы хотите, абсолютно, если в этот момент вы это чувствуете. Да. А у меня такой, был такой друг, который в свое время на моих глазах поставил стул над вертушками, сел и прочитал лекцию минут на 5. А потом, когда запустил трек, люди офигели, потому что они получили перезагрузку. И вот то, что их помогло, ну, как бы, скажем так, сознание растворить еще в больших мыслях каких-то. Если это органично, и если это... Ты вот чувствуешь, если ты это чувствуешь, конечно, то ты это делаешь. Иногда можно дать себе смелость, а наработка это чувство ритма, взять за, повести за собой людей. То есть ты понимаешь, что они сейчас могут этого не понять, но ты можешь проявить смелость для эксперимента и сделать это. Потому что на первых порах, когда я начинал читать стихи, многие люди офигевали. Но слава богу, это были какие-то наши, ну, общие мероприятия, чувство ритма, где люди уже были подготовлены. Вот когда мы стали делать в каких-то больших клубах, типа Газгольдер, когда ты делаешь вечеринку там, и приходит еще и часть их аудитории, многие, конечно, были ошарашены. Вообще, в российской танцевальной музыке, я сейчас не буду говорить обо всем мире, все-таки я говорю о том мире, в котором живу я, и, в частности, например, Москва. Есть такой момент некого, не знаю, объективного, субъективного, или, наверное, это сначала был чей-то субъективный страх, какая-то фобия, которая стала вдруг общей. Потому что в обществе, как мы знаем, есть некие трендсеттеры. Да. И если, например, ты надеваешь какой-то цилиндр, очки, выходишь играть музыку, как вот мой любимый диджей Дэнни Танаглия, который меня вдохновлял очень на протяжении многих лет, говоря о том, что диджей — это артист. Да. Вышел на сцену, будь любезен, улыбайся публике, там, делай небольшой элемент шоу. Вдруг появились какие-то смутные комментарии от вроде бы как трендсеттеров, которые олицетворяют собой, как им кажется, модную тусовку, что если ты себя ведешь так, то ты клоун, а мы так нет. Я лучше буду стоять с каменным лицом, как Наполеон, а вы двуногих тварей миллион, да, играть, и типа... Еще, ну, мы же в модном клубе, как я могу тут разодеться? В дизайнерском мешке, как да, типа да. Жители Зиона, я часто говорю. Да, типа, да, такие, да, типа, да, да. Я на стиле, типа. Я на стиле, да. И, ну, есть у нас примеры того, что некоторые люди одеваются стильно во время диджей-сетов, просто... но лица все равно каменные. Да просто, что они пытаются показать вот этот весь свой, как сказать, такой памятник крутизне. Нерукотворный. Нерукотворный, да, который он доносит, и все должны поклоняться только за то, что он там стоит. Да, но при этом, не дай бог, он сделает что-то такое, да, что он там выключит музыку, прочтет стихи и так далее. Это уже как... Клоунада, типа. Да-да-да, это клоунада, как ко мне, значит, я когда на первых порах пробовал эти эксперименты, я, во-первых, все свои диджей-сеты начинаю с интро, все, даже на автопати. Стоп, сейчас пауза. Кто у нас часто спрашивал на тему, зачем это интро, зачем аутро, какую-то драматургию вы там придумали? Есть процесс вовлечения вашего зрителя или слушателя в вашу идею? Все верно. Все начинается с интро. Даже когда вы идете в кино, ваше интро — это когда вы покупаете билеты, попкорн, заходите в зал, садитесь в кресло, гаснет свет. Кинокомпания Columbia Pictures. Вырежете этот момент. И вам будет казаться, что вы пропустили половину фильма. Все верно. Есть, кстати, такие киноманы, которые не ходят, если они даже вот пришли, а уже прошла заставка. Они уходят, да, из зала. Да, 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 потому, да, что им нужен... Наслаждение. А зритель, он соучастник. Слушатель, конечно, он соучастник этого процесса. Кстати, это придумали не мы, это придумали корифеи. Например, один из величайших электронных музыкантов и диджеев, пионер техно во Франции, Лоран Гарнье.
Он сказал, начинайте свой сет с интро. Он приехал в клуб «Крыша мира», я был на этом выступлении. Его интро было, наверное, на минут 15. То есть просто то, что у него был 7-часовой сет. Как в оперете 22 интро, может быть. Да, и он при всем при этом настраивал публику на лад, на свой. И ему было абсолютно плевать. Вот как раз это, с точки зрения как раз артистической, диджейской кухни внутренней, очень такой всегда интересующий меня вопрос. Как суметь дойти внутренне до такой фундаментальной уверенности в себе, что ты можешь приехать в клуб, где тебя ждут, и поставить интро на 15 минут, не боясь того, что публика уйдет. Потому что, работая в тех клубах, в которых мы начинали свою творческую деятельность, мы об этом сегодня говорили, играя на вот этом огромном танцполе, где одновременно тебя слушает тысячи человек, но там эти тысячи человек пришли бы, вне зависимости от того, Самир Кулиев, ты или еще кто-то играет, они просто приходили в этот клуб, потому что им некуда было идти, и им нравилось то, какая атмосфера там происходит. Но если им не нравилось произведение, публика довольно быстро сливала. И вот этот момент, он как раз поселил какой-то химерический ужас и страх, который, я признаюсь честно, до сих пор иногда может из глубин каких-то океана памяти как-то вот вылезти, знаешь, как-то... Ну, типа, а вдруг не зайдет? А вдруг не зайдет? Да. И я понимаю, что вот как раз Лоран Гарнье дошел до такой степени своей, опять же, вот этой вот уверенности в себе и фундаментальности, что он может на 15 минут сыграть интро и не бояться, что... А если кто-то уйдет, ну ничего страшного. То есть этот человек пришел в клуб не на него. И вот этот очень тонкий момент, это такое, знаешь, как у канатоходцев, какая-то тонкая грань вот этого баланса. Как это сделать? Это очень интересная штука, и у каждого, мне кажется, диджея проходит довольно большое количество времени. Это точно так же, как во время сета. Ты играешь, и вдруг ты понимаешь, что это срабатывает какой-то внутренний камертон, что публика не реагирует на эту музыку так, как нарисовало твое воображение, когда ты дома готовил свой диджей-сет. Это вопрос внутреннего ощущения. Это внутреннего ощущения, насколько ты уверен в этом или нет. И вдруг тот внутренний артист, который полон разного рода страхов, фобий, каких-то этих, просыпается в тебе, и ты сразу хватаешься за папку с проверенными какими-то треками, которые ты знаешь наверняка зайдут. Вот как не дать себе соблазна пуститься с головой, опять же, в те треки, которые, может быть, люди тебя с ними ассоциируют, они знают, но у тебя есть потребность играть новую музыку. Конечно. Однако наступает не всегда, но наступает такой момент во время вечеринки, той или иной, особенно если это сет в каком-то городе, куда ты приезжаешь на гастроли, и ты понимаешь, что публика не хочет твоих экспериментов сейчас, не знаю, чего она хочет. И наша внутренняя вот эта подсознательная история тянет нас в проверенную папку. Я этот вопрос решил при помощи лайва. То есть я очень долго с этим сражался, но так как эксперименты с многоканальной темой у меня были там еще с начала нулевых. Я помню. И я просто беру и мыслю категории звуков последние 5 лет. Допустим, у меня есть эмоция включить там африканские барабаны, потому что я почувствовал, или энергию Prodigy. Я просто беру или там... Добавляешь какие-то... Например, все мы помним фильм «Блэйд», где вампирская дискотека и этот знаменитый трек и прочее. Это же New Order Confusion, по-моему. Да. Так вот, я просто включаю басовый синт, который играет этот звук, нажимаю кнопку play и в синхрон запускаю это на тот бит, который играет. То есть я решаю это, но могу точно так же признаться, что вот этот страх, что сейчас, возможно, это не зайдет, он присутствует. Но каждый раз я заставляю, так же, как и заставляю себя тащить сетап, я заставляю себя переступить через это психологически, что типа, нет, надо экспериментировать. И, кстати, в немалой степени мне в этом помогает, мы сегодня с тобой за кадром говорили, актерское мастерство, психология, то есть все эти вещи, когда ты уверен на сцене, ты не боишься быть смешным. Конечно. Не боишься быть несуразным, потому что люди боятся, откуда рождается страх сцены. Это боязнь осуждения, боязнь, так скажем, осмеяния. Типа, что ты сделал, типа, лох, как бы, да, типа, что за фигня? Да, да, а когда ты не боишься того, что тебя назовут клоуном, потому что клоун — это древнейшая профессия, которая повлияла на развитие мирового искусства и театра, и кинематографа, и клоуна.
клубного бизнеса в частности, потому что все началось с площадных театров, где «Скоморохи», «Петрушки» в Италии, это были комедии дель'арте, комедии масок, всякие «Труффальдины», «Пьеро», «Буратино» и так далее, то есть или там театр «Кабуки» в Японии. Все это началось как раз с этого. И когда ты знаешь историю, поэтому и мой, вот, наверное, часто даваемый совет многим молодым диджеям, это как раз все-таки пробовать себя именно в актерском мастерстве, ходить на какие-то курсы, пробовать... Ну, прокачивать себя. Абсолютно верно, абсолютно верно. И это дает уверенность на сцене, и мы знаем, ну, если не тьму примеров, то уж точно несколько примеров того, когда человеку настолько наплевать, как он выглядит, и это образовывает вокруг него общество. Возьмите диджея Рикардо Вилалобоса. Да, пожалуйста. То есть это такой вот прямо скоморох где-то, ну, который, да. который создал свою вот эту... весь свой образ, всю свою творческую летопись, скорее даже не на музыке, хотя у него были интересные работы. А на том, что работы, происходит в симбиозе. А на том, что происходит и как он себя ведет в той или иной ситуации. Да. Кстати, для начинающих самый простой совет. Вот как это перебороть вообще? Ну, вам будет не сразу, понятно, даны курсы актерского мастерства, вы не сразу себя прокачаете, но вы должны понимать простую вещь. Когда вы находитесь за пультом, когда вы играете, вы должны четко знать, что ни одного лишнего трека. И это каждая минута, которая ваша. Каждая минута, когда я нахожусь за пультом, моя. Она не тех людей, которые находятся, скажем, вокруг или хотят после меня встать или стояли до. Смысл в том, что эта минута мне дана для того, каждая минута моего сета, чтобы что-то привнести. Ну, вот то, о чем вот мы и говорили. То есть просто не бойтесь, это ваше время. Да. Не стесняйтесь. Так, окей. Лена, что у нас там есть... по вопросам. Так, у нас передавали из Екатеринбурга братский привет Самиру. Большое спасибо. Привет, Екатеринбург. Да. Тут у нас еще в чате ребята общаются между собой. Были вопросы, они просто убежали. Еще что-то есть у нас по вопросам? Может быть, мы будем потихоньку закругляться? А мы сейчас... Сейчас. Короче, был такой вопрос, не знаю, насколько он в тему. Самир, почему в российских клубах всегда найдется человек, который подойдет и попросит поставить трек за деньги? Ну, видимо, здесь... Ох, это, ну, не всегда. Это не, вопросы не всегда. К тем людям, которые это делают. Нет, не всегда, конечно. Но здесь иногда бывает. Скорее хотели услышать твое мнение и как ты вообще к этому относишься. Ну, я к этому отношусь как к неким плодам... Как это интересное слово у меня сейчас вылетело из головы, сейчас я скажу. Невежественности. Вот. Это плоды невежества. То есть человек, который в принципе привык организовывать себе удовольствие за деньги в любых обстоятельствах, он порой невежественен в том, что ну, ты, может быть, там привык слушать какую-то музыку у себя, и ты привык, что ты, в принципе, там, не знаю, в вагоне-ресторане или еще где-то можешь заказать себе этот трек за деньги. Тебе его поставят. Но когда ты подходишь на клубной вечеринке со своей драматургией, с концепцией и так далее, и просишь поставить тот или иной трек, начинаешь пихать в лицо диджею телефон и говорить: чувак, а вот этот есть, а вот этот есть, ну, я считаю, что это просто элементарное бескультурье и невежество. Да, да, абсолютно точно. Тебе тут вопрос. Так. Когда-нибудь брали ли в эфир диджея абсолютного ноунейма? В эфир имеется в виду... Ну, твой эфир, вот у тебя чувство ритма. Чтобы в твой эфир попал абсолютно никому никогда неизвестный диджей, который, допустим, тебя восхитил там или еще что-то. Да, мы все, по сути своей, начинали с того, что к нам в эфир приходили наши друзья, знакомые, те, ну, при всем при этом это был не просто какой-то между собойчик, между людьми, которые обладают каким-то определенным родством, дружеским или там семейным или еще ни в коем случае. Это были интересные ребята, которых мне хотелось показывать миру. Это были не просто диджеи, это были прежде всего молодые музыканты или, например, интересные промо-команды, как началось наше знакомство, опять же. Вы же тоже пришли в эфир. Это понятие относительное. Вы, допустим, были известны
в своем городе, но еще для той аудитории, для которой строили... ты сейчас известен, ты не был известен, поэтому тебя можно было легко назвать ноунеймом, так же, как и меня. То есть это такой процесс относительный вообще вопрос. Это же есть просто круги. Есть одни круги, которые знают друг друга, есть другие. То есть там, где вас знают здесь, вас не знают в других местах. Да, это нормально абсолютно. Да, поэтому для кого-то вы звезда, для кого-то вы ноунейм. И мне часто бывает в клубах такой момент, когда кто-то слушает «Чувство ритма», он подходит ко мне, говорит: «Привет!» Я говорю: «Меня Самир зовут». Он говорит: «Я знаю». А я-то его не знаю. Я говорю: «А вас как зовут?» Ну, то есть человек думает, что, общаясь со мной посредством вот этой, как говорил Станиславский, вольтовой дуги, которая возникает между сценой и слушателем или зрителем, в данном случае между радиоприемником и слушателем, ему кажется, что я его знаю. Потому что он знает меня. А еще самый вот для меня такой момент стыдливый, потому что я, может быть, во сто крат скромнее, чем кажусь. А у меня есть такой момент, когда, например, некие ребята, которые слушают «Чувство ритма», они знакомят меня со своими друзьями, которые «Чувство ритма» не слушают. И это начинается: «Ты знаешь, что это? Это же Самир Кулеев! Это же...» А тебе говорят: «Ну, мы не знаем». «Да как ты не можешь знать? Да ты чё? Да посмотри, да, это же Самир». Такое бывает. Ну, вот я в этот момент готов сквозь землю провалиться, потому что для меня всё-таки основной... Неловкий момент. Это неловкий момент, как бы тебя как будто продают человеку, и мне всегда хочется в этом плане, знаешь, как-то под землю провалиться от стыда, потому что всё-таки для меня главным фактором является общение. Как говорил там Антуан де Сент-Экзюпери: единственная роскошь на Земле — это роскошь человеческого общения. Вообще мы исходим из того, что у нас клубная культура, ну, как бы все это рассказывают, она не про музыку конкретно, она про общение с разными формами. Все верно. Энергетик. И поэтому в тот момент, когда ты общаешься с человеком, и для меня все-таки важно, прежде всего, что это за человек, а не насколько он ноунейм или не ноунейм. То есть поэтому очень часто в эфир «Чувство ритма» на протяжении многих лет попадают молодые ребята, которые, например, выпустили несколько интересных EP на моем лейбле. И я понимаю, что это музыкант, о котором завтра или послезавтра, но рано или поздно заговорит вся страна. Потому что он талант. Если, конечно, он со своей стороны тоже проявит там определенное упорство, труд и множество всего. Но в целом вот это может быть фактором ангажемента этого человека в эфир. Так что я надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Да, круто. Вопрос. Самир, насколько я помню, ты проводил свои курсы по актерскому мастерству. Есть такое дело. Будут ли они в ближайшее время? Спрашивает Александр. Ну, вы знаете, дело в том, что сами актерские курсы возникли как некое продолжение, или вернее, некое дополнение к факультативам работы радиоведущих на курсе радиоведущих Константина Михайлова в школе «Юмейкер». И там актерское мастерство, с моей стороны, это был своего рода эксперимент, а с их стороны это была, ну, некая надобность, в которой они нуждались. Поэтому я пришел вести в школу актерские курсы как дополнение к, значит, профессии радиоведущего, и основная сверхзадача была выполнять некие целевые ЦУ со стороны руководства, например, научить студентов слышать и слушать друг друга в пространстве прямого эфира, не перебивать, вот эта система петли и крючка, когда ты подхватываешь какую-то импровизацию и так далее. И это все было доведено до определенного, так скажем, уровня, что мы даже сделали несколько театральных показов прямо в стенах школы, несмотря на то, что актерское мастерство не было профилирующим предметом. Это были факультативы, помогающие будущему потенциальному, так скажем, радиоведущему раскрыться. И впоследствии, это уже отвечая на ваш вопрос, вот буквально в прошлом году мне поступило предложение сделать отдельные факультативы по актерскому мастерству как профессии. Но, понимаете, актерское мастерство, а еще и под моим руководством, оно требует определенной жертвенности. Недаром говорят, что положить себя на алтарь искусству, потому что, кроме того, что я невероятно пунктуальный человек, я еще и всех своих студентов всегда прошу не опаздывать. А это уже отсекает половину аудитории, потому что у нас сейчас люди находятся в хроническом опоздании на все. А когда, допустим, человек должен выходить в 7 часов читать новости в эфире, а он в этот момент приходит и говорит: «Да я машину парковал 10 минут 8-го». Я говорю: «Ты это будешь объяснять зрителю, слушателю, там, на радио?» И это уже рождает определенные сложности. Кроме того, что есть целый многокрасочный спектр тренингов, которым,
ну, некоторым заниматься не камильфо, потому что здесь нужно как раз лишить себя, это вот как раз лишая человека страха сцены, для того, чтобы ты, так скажем, бросил всего себя на занятия вот этими тренингами, или, как это говорят, актерская муштра, ты должен, ну, так скажем, раствориться в самом процессе, забыв о том, как ты выглядишь и так далее. Людям это, наверное, интересно чисто теоретически, но когда они понимают, какой пул заданий их ждет и какое это, ну, для кого-то интересное, а для кого-то в большинстве своем сложно сочиненный процесс, они отказываются от этого. То есть и фактически пока вот мы поняли, что, наверное, учить актерскому мастерству абы как, для чего непонятно, мы так не умеем. А учить актерскому мастерству людей по, так скажем, всей букве закона актерской профессии, не каждый человек без подготовки способен это выдержать. Потому что там есть и сценическое движение, там есть и какие-то этюды, где ты изображаешь животное, или ты работаешь на память физических действий на сцене, на пластику, когда тебе надо одеть правильно нитку в иголку или помыть пол воображаемой тряпкой. То есть для актерской профессии и для раскрепощения себя на сцене это очень мощное подспорье. Но люди не совсем готовы как бы с места в карьер, и они не понимают, когда, тем более, у тебя там не 4, не 5 лет обучения, а всего 10-12 занятий, они не всегда готовы бросить всего себя на это. Все заметили, как Паше понравилось задание изображать животное. Я просто вспомнил, я просто вспомнил одну историю своей жизни. Ну, я привстану, я уже так насиделся, что... Да. Я еще яблочко у вас. Я просто тоже ходил в театральный кружок, когда в школе был. Ты помнишь эту историю? Да, года два, и я помню, как нас как раз просили изображать животных и прочее. В общем, была сцена, где я должен был играть деда, а одна девочка должна была играть собачку. И мы в этой картине... И режиссер, который нас протаскивал через различные спектакли, нас образовывали, мы ездили в Питер, в Москву на спектакли, то есть, ну, мне нравится театр. Прекрасно. И да, это для меня тоже жизнь, и, в общем, интересно. И как бы, когда все человек 20 аудитории, которые смотрят на эту сцену, и режиссер просто кричит: «Да трахни ты ее палкой уже, чего ты ждешь?» И, в общем, я, ну, вспомнил просто этот момент, что там все заржали тогда, были все ну, еще не готовые театралы, но это... Вот, кстати, я хочу сказать, что один из самых главных моментов при получении актерской профессии – это как раз научиться поддерживать смехом и другими, так скажем, проявлениями себя тех людей, которые сейчас на сцене. У нас, например, было жесткое табу, если ты видишь... что человек находится как раз в том самом нелицеприятном состоянии на сцене, когда ему нужно изображать мартышку, а он комплексует как раз потому, почему? Потому что идет значит, некое противодействие. Он как раз оценивает себя со стороны. Он оценивает себя со стороны и думает: вот, это же просто развершийся ад. Как я сейчас буду показывать мартышку, потому что я больше всего боюсь выглядеть нелепо на сцене. Да. И здесь идет главная возможность побороть этот страх. Поэтому все люди, которые сидят сейчас вот неким живым амфитеатром, твои однокурсники, они должны создать такую самую благоприятную атмосферу, чтобы ты, не дай бог, не искалечил себя еще больше внутренне, психологически, и не закрылся. И если прозвучит хоть один какой-то вот такой осуждающий смех, которого мы все боимся, выходя на сцену, то тебя сразу отчисляют с курса. Прикольно. Так, у нас совсем немножко минут осталось. Сейчас, секундочку, дай добавлю. Вот как раз, пока Самир рассказывал этот момент, здесь прилетел вопрос: дай совет, как победить скромность. И как раз Самир давал интересную информацию. И вот что хочу добавить. Обратите внимание, что вот победить скромность — один из способов — это контролировать свое окружение. Где вы и с кем вы? Кто окружает вас? Готовы эти люди вас поддерживать или нет? Это как... вне всякого сомнения. Но опять же, мера должна быть во всем, даже в скромности, по-моему, это говорил Чехов. Поэтому здесь нужно понимать, что такое скромность, а что такое все-таки момент некого апоплексического ужаса, который вы испытываете при выходе на сцену. Это все-таки разные вещи. Я думаю, что любой артист должен быть скромен. Вообще, ну, если говорить о мужчинах, то мужчина — это для меня всегда... был такой постулат. Это возвышенность чувств
помноженное на благородство, мужественность и прикрытое скромностью. То есть любой человек, вне зависимости от того, артист или нет, он должен быть скромен. Но опять же, возвращаясь к этой цитате Антона Павловича, мера должна быть во всем. Так, надо, микрофон у нас типа пишет. Сейчас мы поправим, чтобы закончить мысль. Да? Да. Какой, мой микрофон или твой? Он, скорее всего, у тебя уже... А, он у меня отключился. Сейчас мы батарейки просто поменяем, да? Да, пожалуйста. Ну что же, я терпела 2 часа, если честно. Я не знаю, будете меня ругать или нет. Терпела, да? Да, терпела. Хочу спросить, есть ли какое-то любимое стихотворение или стихотворение, которое сейчас вот у тебя, тебе близко по духу, по душе? Все нормально работает. У меня такое большое количество стихов по духу, по душе. Ты задала вопрос человеку, да, который стихами оперирует. Я могу целый поэтический вечер устроить, читая стихи. Давайте я прочту о музыке что-нибудь. То, что близко сейчас. О музыке? Есть замечательный поэт Шарль Бодлер, французский, которого я очень люблю, и я часто читаю эти стихи во время своих диджей-сетов. Правда, я перевод, по-моему, Лозинского на его стихи, которые так и называются «Музыка». Я немного переделал, так скажем, в конце, для того, чтобы придать этому стихотворению больше оптимизму, понимаете ли. «Я в музыку порой иду, как в океан, стремительный, опасный, чтобы устремить ладью сквозь морок и туман к звезде своей неясной, и парусы меня толкает ветер в грудь. Я в темноте ненастной через горбы валов прокладываю путь, влекомой силой властной. Я чувствую себя ристалищем страстей громады корабельной, смешением стихий, просторов и снастей могучей колыбельной, но никнут паруса». И в зеркале воды ты музыка, ты лик моей любви. И так выглядит примерно радиошоу «Чувство ритма», которое играет 15 лет для людей. В общем, на самом деле там большой серьезный коктейль из всего. И как только закончится этот стрим, мы повесим картинку с тем, кто у нас сегодня был в эфире, и ссылки на страницы артиста. Потому что люди должны знать и переходить, где они могут знакомиться, те, кто был сегодня впервые или будет пересматривать этот эфир многократно. Спасибо. Да, я думаю, что будем заканчивать. Для тех из вас, кто спрашивал, что за трек сейчас играет, это Trip Masters No Fish to Find. Это вот тот самый трек со стишком интересным. Да. Вот, в общем, надеюсь, что стих на стих не попал в этот момент. А ты не слышал в этот момент? Нет, у нас да, на наушниках. Но, по идее, там заканчивается, он в конце, по-моему, не играет. Угу. Вот. Давай дадим слово Самиру. Да, заключительное слово. Что ты посоветуешь людям, которые хотят начать для себя радио, окунуться туда, в подкасты, в историю создания чего-то большего, чем набор треков в виде выгруженного микса в сеть? То есть, что-то, вот прям твой искренний совет. Я советую, во-первых, больше читать, больше смотреть, больше интересоваться, больше, причем не только в сферах электронной музыки. Хотя, конечно, допустим, мы работаем в этой сфере, и говорить об этом легче всего, но мне кажется, что человек, который выходит на сцену, выходит к микрофону и хочет что-то сказать аудитории, ему должно быть прежде всего что сказать. Он должен понимать, о чем он будет говорить со своими слушателями в наш век невероятного информационного потока. И, конечно, ну, здесь одним из самых главных, так скажем, рычагов являются знания. Как там говорил Помарше, по-моему. Если Экзюпери говорил, что единственная роскошь на Земле – это роскошь человеческого общения, то Бомарше говорил, что главное и единственное благо на Земле – это знание. Вот как раз когда у вас есть знание того, чем вы будете заниматься, и знание, которым вы хотите поделиться с людьми, то смело начинайте действовать, друзья мои. Все. Ну и, конечно, будьте счастливы, не забывайте о том, что все-таки внутри у человека есть главная вещь – это оптимизм, это вера в лучшее. Вот никогда ее не теряйте, поддерживайте друг друга. Как я говорю в конце каждой программы, помните, что окружающий нас мир нуждается в доброте. Деревья, животные и обязательно люди. Это самое главное. Где ты будешь играть в ближайшее время?
Так, в ближайшее время. Во-первых, 9 апреля в комьюнити мы, несмотря на столь сложное время, продолжим серию мероприятий под эгидой юбилея «Чувство ритма» 15-летия. 9 апреля в комьюнити у нас будет вечеринка, посвященная Дню космонавтики по фабуле фильма «Люди в черном». Прикольно. 25 лет. В прошлом году мы отмечали четверть века фильму «Пятый элемент», хотя в этом году у него 25 лет, в прошлом году было 24 года. А вот в этом году мы решили продолжить эту традицию и сделаем вечеринку по фильму «Люди в черном». Ну и сеты вы за ними можете следить, за расписанием моих выступлений на моих страницах в Инстаграме. Ссылки мы прикрепим. И ВКонтакте, да, да. Вот, также напоминаю, что 18 марта от одного из выпускников школы, а также совместно он делает это с лейблом «Механика», мы празднуем день рождения Вана Носикова в клубе «Агломерат». Гигантское количество классных артистов. Надя, сам Ван Носиков. В общем, короче, будет круто. Два танцпола. И это событие, которое тоже стоит посетить, если вы любите техно, прогрессив. И вот все в таком духе. Прекрасно. Общем, да, будет интересно. Ну что же, всем большое спасибо за эфир. Большое спасибо. Ребята, хорошей вам недели. Встречаемся ровно через неделю в 18:00 по Москве. Следующий вторник. Будем вас ждать. Да, на финале отвечу вопрос, самый последний. Будут ли ВКонтакте эфиры, если YouTube отключат? Конечно, и поэтому мы уже настроили Рутюб и ВКонтакте и завели страницы на Яндекс.Дзене. Мы подготовились всячески. И вообще людей, которые пытаются думать, что что-то плохо, конечно, всегда в мире есть добро и зло. Не бывает такого, чтобы было только что-то одно. Надо помнить, что во все времена, пока мы жили очень хорошо, где-то было плохо. И так бывает наоборот. В итоге все люди находят какой-то выход. Во все времена, в кризис 1920 года, когда потом люди выбрасывались из окон и прочее. В общем, короче, мы не будем сейчас уходить в эту тему. Я скажу так, что всегда найдется выход, который поможет нам быть вместе, заниматься музыкой, творчеством, любить эту планету и дружить, что людям очень важно. А общение — это всегда повод встретиться. Поэтому, друзья, давайте встречаться, давайте ходить на хорошие мероприятия, слушать музыку. Прекрасная мысль. Да, все, большое тебе спасибо. Всем спасибо, счастливо. Пока-пока. Пока.